Объясняйте правила. Объясните, пожалуйста. Иван и деда и Лёхи. Ты же участвовал, Равшан. Ты участвовал, Равшан. А, это вот это? Да, да, это да. Вот да, это? Да, да, где ты футболист? Я в такой кинул, брат, тебе этот, свое видео аппаратуру. Короче, Алексей, дед, да. Дед и кто, Ванек, будет впереди да. 25-30 категорий. Вы скажете, это много, но это нюха немного, потому что на каждую категорию дается 30 секунд. Поэтому, в принципе, можешь закончить за 15 минут. Я думаю, все будут рады. Но не надо торопиться. Будет категория, например, первая категория — стримеры. И вы, как капитан, выставляете кого-то одного из своей команды. Либо вы, либо чипсы, этот, кто будет отвечать за эту категорию. И Иван выставляет. И получается один на один. И кто-то говорит, например, я могу назвать 5 стримеров за 30 секунд. Иван такой говорит, нихуя, я могу назвать 7. И вот, и вы должны дойти до того количества, пока вы либо уже не не будете знать стримеров, либо когда вы уже не успеете назвать их стримеров. Если, например, Иван говорит такой, я могу за 30 секунд назвать 50 стримеров. Вы говорите, нихуя, Иван, вы пиздобол, это невозможно. И тогда Иван будет называть. И если Иван не успевает, то вы получаете балл, Алексей. Если он успевает, то вы не получаете балл, Алексей. Реально? Да. Шоу спижено. Шоу спижено, кстати, у Ильи Иксайл. Мы сегодня играем в шоу Ильи Иксайл. Я вас поздравляю, Алексей. Ясно, бля. Можно выйти сразу? Не надо. А, подожди, а спорят только они между собой, да? Один на один они спорят. Да, да, да. О, ебать, у меня команда перспектабельная. Да. У нас, кстати, вообще хорошая. Бля, у нас только Лерон, такое ощущение, что будет. Бля, думать. Против Лерона играть, конечно, не, сложновато. Вообще... Да, не, Лерончик, не, делай. Не в этой игре. У меня а где баланс, Макс? В смысле, баланс присутствует? Да какой нет, баланс? 4 баланса. У нас 4 умных, у нас 4 умных, а там 3 тупых. Да, что да, да, да. Не понял. Я кто не понимаю, а кто вы считаете, что команды хуже? Чипс, ты думаешь, у них вообще говно команда? Ну, у них вообще говно полное. Ты уверен? Ты ебанутый? Да. Ты уверен? Да. Бля. Ладно, а поехали. В принципе, а там Боёва молчит, вы в курсе? 2-0 уже. Я не молчу, я вас слушаю. А, извини, прости. У Юли там позитив вайпс происходит. А какого хуя? А какого хуя все равно нас меньше ставят, если у нас команда лучше 3 раза? Я вам сейчас дам демку, можете зайти на демку, так будет вам проще, если что. Да мы победим легко, легчайшая будет сейчас. Если честно. Знаете, вам а что в демке будет? Просто какое-то название? Не, там, ну, вам так будет проще смотреть, там таймер будет. Ну давай, да, ну дай. Дал. Вот так вот. И все вебки, и это, и так далее. Первая категория — стримеры. Кто пойдет, Иван, от вашей команды? А я буду решать, кто будет ходить? Да, ну можешь, можешь что-то у вас сам синициировать. А кто ползать? Первая категория — стримеры. Обезьянку отправляю. Это ты про кого? Юлю. Чего? Вот так вот. Алексей, опасный, кто пойдет у вас на категорию стримеры? Давай скилза. Охуенно. Да, капитан. Она охуенно. Давай. Так надо. А я че вообще, блядь? А давай, Димас, ты варишься, как в котле в аду, ёпта. Я? Давай. Нахуй ты Равшана в каком увеличил? Котле, блядь? А кого? Это что, намек? Нахуй ты Равшана увеличил? А ты кого, а ты кого сказал? Не-не, он сказал про Юлю. А, ты что? Блядь. Он сказал обезьянку, я что, похож на обезьянку? Так Юля тоже не похожа на обезьянку. А я похожа. Если сравнить Юлю и Равшана, то Юля побольше, конечно. Да. Это что Ваня это сказал? Не я. Готовы? Так, а что там надо? Давай скилл съеби. Там надо просто всех стримеров, правильно? Да. Не-не-не. Любого вообще. Любого. Нет, стример. Нет, именно пацан должен быть. Мужчина пока что. Ох, мужчина. Ну ты вообще мамородная разыграл. Вопрос. Ну давай, блядь. Максим, вопрос вы придумываете? Категория стримеры. И типа назови больше или как? Да. Да-да-да. Вот, Чипс, вот ты сколько сможешь стримеров назвать? 2. Юль, ты? 10. О. А за сколько? Откуда это? 30 секунд. 30 секунд. За 30 секунд. 10 за 30 секунд мальчиков? Подожди, да. Стоп. Как за 30? 30 секунд, как и в прошлый раз было. Чипс, говори 11, ты назовешь. Хорошо, давай, 11. Юль, 20. Делаешь, Юль. Юль, ты можешь выдуманных стримеров вызывать. 15? Нет, выдуманных нельзя, которых мы знаем. А, если... Так, ага, блядь. В смысле выдуманных? Я знаю, вы не знаете этих стримеров. Пошел. Давай, ты там сиди. Надо было тебе выходить. Дайте минус балл. В Дискорд заходишь, тут напишешь на стриме. Сколько ты сказал, 15? 15 он сказал, 15, да. 16, называй, по минимуму называй. Да какой по минимуму, блин, я столько не смогу. 16? Ты сможешь, тут нас 8, давай. Вау! Давай 16. Да. Юль, делаешь 18. Чё, всё, Юль, сдуваешься. 17. Бас. 20. Юль, тогда 25 назвали в прошлый раз. Блин, да, тут именно мужчин да надо, понял? Я не смогу. Нет, да ты назовешь, когда начнешь называть, у тебя все родятся в голове. Давай, да, конечно, это так и работает. Вылетят все из головы. Брат, это первый балл, ничего страшного. Скилс, давай 25, блядь, это легко нахуй. Не-не-не, 25 не ведись, это, блядь, крыса рыжая. Ты 18, да, сказала?
17. Давай 18. Ну, хорош. Ну, наебать его, блядь. Когда что, может отдать ему? Не-не, еще сражайся. Да, 18. Сколько? Так он 18. А, он сказал, я сказал 19. Да. Скажи 20. Ну, отдавай, скиллс. Отдавать? Да. Да она как будто сделает, слышишь? Она сделает. Блин, я не знаю. Ну давай я отдам. Не-не-не, скиллс, давай, давай. Давай. Чисто мужики, да? Да. Да. Стримеры, просто нет, чисто стримеры... мужики. Только они... мужики и стримеры. Ну, стримеры они... мужчины, да. Только мужчины. Да, мужчины. А мальчики тоже? Че? Да, брат, и нефоры тоже. Да все, давай, Юль, короче, давай. Короче, Юль, 19 стримеров мужиков. Она уже список составила. Да и что, ничего страшного. Да, я похуй, могу сейчас через 5 затупить и все. Да ты выебешь, нет, ты выебешь. Лёх, ну здесь 7 сидит, давай. Так, мужиков Макс, же только. Засекай время. А, ну да. Ну. Готовы, Юлёк? Да, похуй, давай. Сколько тебе надо? 19. Давай. Раз, два, три. Бусер, Вилон, Шадоукек, давай по новой. Строго, Рошан, Стил, Ренатка, Скиллзор, Десаут, СКЮС, Артизи. Можно любых дотеров, ну ладно, похуй. Братишкин, Хесус, Силажик, Ламака, Дрейк, Стинт. Кто там вообще еще бывает? Да ты мне не хочешь сказать? Пчелкин! Бля, ебать, у нее разрыв. Станислав, Читбанит, Каравай. Все, все, назвала. А, да? Да. Сажали! Нормально, нормально. Алексей, извини. Нормально, нормально, нормально. Все, ебать. Я просто в экран даже не смотрела. Поздравляю, поздравляю. Команда Бездарь возрывает тебе первый балл. Я бы не назвал бы 100%. А ничего, вы можете, блядь, по отслежу и слева смотреть и все. А почему с команду у меня подсказки же нельзя гуглить там ничего. А что у нас такое уебищное название? Иван команду так назвал. Так подходит. Я? Да. Я? Так, вторая спасибо, категория. Алексей, название команды? Да ладно, я назвал вас всех. А где эта хуйня? Эх, блин. Подождите, хата горит. Ну как? Туши, туши ее. Стримерши, ебать. Иван, следующая категория, стримерши. Как кто пойдет от вашей команды? О, я знаю, Равшан. Равшан любит стримерш. Он, типа, блядь, всех знает, и мелких, и не мелких. Нет, это пиздец. В смысле мелких? Я не помню, блядь, я нихуя не помню. Лёха! Заходишь к любой девочке, там Равшан с галочкой. Стримерш надо называть, пойдёшь? Стримерши. Подписки в инсте, зайди, там один девочки стримерши. Не-не-не, пускай дети, Лёх, давай ты, не, Лёх! Какая, Алексей, вы, я не знаю, где вы. Алексей, вы же шарите за всех. А я откуда знаю стримерш? Ну ты всех ножки, у тебя есть все фотографии каждой стримерши. Коллекцию смотрю. Откроешь и все. Да, и просто все полезно. Блядь, я не могу вспомнить уже, я нервничаю, блядь. Давай, брат. Кто Алексей у вас пойдет, выбирайте, кто стримерш у вас знает. По складам легче. У меня пойдет... Дед, давай по новой. Ты ебанутый, я блядь. Я за рублем пошел. Все, спорь. Блядь, ну у нас капитан вообще. Че, Равшан? Бля, брат. Равшан, сколько? Один. Давай на трех остановимся. Ну давай четыре. Давай два. Давай пять. Давай шесть. Давай 10. Давай 11. Давай 13. Давай 14. Сука. Бля, да ты назовешь нахуй! Брат, это легко, это тебе кажется, называй 15. Да я потеряюсь, блядь, в моменте. Ты мне сказал, сука, рыбу ебаную назвать, я бы тебе назвал. Как ты мне сказал? А там будет категория рыбки. Отлично, вот туда мне надо так. Макс, а темы те же, блядь? Не, другие некоторые. А вообще, да, те же. Давай, сколько ты сказал? 13? 14 сказал. 14. 15, брат, но это легко. Да как легко, 15, да вот давай. Да вот у тебя тут три стримиши сидят уже, блядь. И все, ёб. А у меня и все из головы вылетело. Лерон, Юля и Ванючка. Его за стримиши считаем. Ванючка. Ванючка. Ну че? Сколько? Я сказал 15. 15? Ты сказал 15. Блядь, кто сказал 15? Дед, да Шара, давай, блядь, 20 ты сможешь. Деда, ты на изи называешь 15. Не, стоп, подожди, команда. Это дед сказал 15? Нихуя там Шурпатов ебашит. Команда. Да, давай, отдаем, давай, дед. Да, Сосир, возьми. Давай, готово. Секунду, просто забей. Давай. Бля, да как забить-то нахуй? Макс, готов таймер? Подожди, стой, нет. Не выдохни. Погнали? Нет, стоп. Секунду. Рошан, Грухом, Алис, Скиллз, Орг,
Да ебал, завали нахуй! Готов? Блядь, очень тяжело, я даже вспомнить не могу. Кто? Я вообще, бля, я в ахуе. Кто делает? Давай, дед. Дед делает. Сколько тебе надо, 15? Да. Да. А все, он уже начинает. Раз. Ренатка, Мухаджан. Раз. Да иди нахуй, завали ебало, Ванёк, блядь, твой рот ебал. Тише. Раз. Два. Давай, чтобы нам чел. Три. Давай. Все, пошел. Кейрен, Диана Райс, Вишенка, Косточка, Байовал, Фруктоска, Гаечка, Лерон. Все. Кого на... Иди нахуй, завали ебало. Не теряйся, не слушай никого. На, начинается никнейм. Ариньян. Без подсказок, как ее? Без подсказок, Алексей. Все. Диана Райс говорил, Дина Блин. Сука, ёб твою мать! Кто ест нахуй из девчонок? Все время! Я ебу, блядь! Я не знаю нахуй! Ладно, дед, я просто... Все нормально, дед. Бабушка, вот именно ее забыл! Я уровень твоего... Ничего! Иван, ну не перебивай, дай мне рыбу разъебать! Хорошо. Бля, выигрывай сильнейший, ты должен понимать. А сколько я сказал? 9? 8. НТ, дед, НТ. А ты говорил Гилтику? Нормально, сейчас раскурим. Гилтику, а я, кстати, под вопросом был. Тихо тоже. Тише. Там, возможно, не зарегало бы, слышишь? Тише тоже. Не зарегало, думаешь? Следующая категория. Футбольные команды. О, Лёх. Футбольные команды? Лёх, делай. Это у кого идет? А, нет. Чела, это твое. Нормально. Лёх, дело ешь. Да, давай. Равшана нельзя два раза подряд. Да, кстати. Так это не подряд, он был... А, стоп. Он только что был. Он только что был. Ты чё, вообще там, блядь? Блядь. Лёш. Я только знаю, что Бавария говно, блядь. Крис Макс, нет, я вам клянусь, у меня... Ебаный ходячий, 150 килограмм, ебаный гондон. 120. Знаешь, почему ты за команду не болеешь в футболе? У меня футболы третьими записаны. У меня они третьим написаны. Вы там пока решаете, Макс, пацаны. Там сейчас... Марк, еще нету команды, которая сшила на тебя форму, поэтому ты не болеешь, гандон. Есть Винлайн, шьют, чтобы форму на меня попросил мерч. Уже сколько шьют? Два дня где-то. Они не успевают, он скидывает слишком быстро просто. И так, еще, в команде, если вы втроем проголосуете, то капитан пойдет отвечать за всех. Что это значит? О. Ну типа, ты думаешь, команда будет подсолять капитана? Конечно, нет, нахуй. Тушите, Ванька. Следующая категория аниме будет, потом фильмы, потом мультики. Надо правильно распределить. Нахуй ты читаешь, я сейчас по-другому буду вписывать. Я заскринил. Ой, бля, босс. Все нормально. Давай, Ванёк, отправляй кого-то от своей команды футбольной. Лёха, иди сам, давай, делай. Да, пойду. Брат, я знаю команду 3, честно. Ну я тоже команда. Алексей. Я могу выйти, мне похуй. Да. А вы хорошо знаете футбольные команды? Плюс-минус, десяточку назову. Найс. Если вы не засыте, можете давай разрешить Равшану ответить на этот вопрос, если вы не засыте. Не надо, Лёха, не занимайся. Это как команда, брат. Значит нет, Алексей. Он в тот раз 30 назвал мне за 3 секунды. Мы ебём сейчас. 30 назвал в тот раз. Подожди, а ты специально подставил так? Нет, я же показал. Нет, я на стрим показал, что вот так вот вышло. А, вы хотели меня подставить, да, чтобы я Равшану дал 30 назвать? Да. Алексей, кто пойдет от вас? Вы пойдете? Я в прошлый раз. Я пойду, да. А ты весь назвал в натуре? Ну дохуя, да. Меньше назвал. Нормально назвал. 27, по-моему, ты назвал. Вы Лех, больше 12, отдавай ему, он не знает. Хорошо. Да он уже гуглит, посмотри, у него глаза бегают. Да, так он гуглит. Гугли поебать. Назвать по гуглу. Марк, да. Не, я закрыл. Да, брат. Ты понимал, я в Диабло играю. Просто вспоминай, гуглит, просто вспоминай. Есть итальянская лига, потом испанская пройдись, потом по-немецки пройдись. Брат, я не вообще он не знаю. Он же знает, блядь, всех. Давай, короче, Лёх, 10, ебать, я тебе говорю. 11. 12. 15. Пусть называет. Не, ты что, 15 Марк назовет? Не, кстати, не, на самом деле халява, 17, Лёх. Давай. Пускай называет. Пиздит, Лёх, пиздит. Будто он пиздит. Лёх, пиздит, пиздобол. Лёха, давай. А давай дальше первый. Команда? Не, давай. Я думаю, пиздобол. Лёх, тебя и так на ДР не позвали, ты даже тут заднюю дашь. Не сможет? Ебать, если вы заднюю даете. Не сможет, называй, Марк. А, найс, изи, блядь. Спасибо, Алексей, так же, как с первым вопросом. Поехали. Только Google закрой. Закрыл все. Скажи-ка, начинаем. Сейчас. По русской примерке пройдись просто. Да я не... Давай, готов? Я замутал. Когда?
На счет три. Это чтоб тебе не мешали. Раз, давай, Марк, два. Стой, Равшан, как ваша команда? Все, не, вспомнил. Давай, раз. Анжи, ты, тебе сейчас надо 17, да? Давай. Раз, два, три. Ахмат, Анжи, Челси, блядь, Барселона, Крылья Советов, Локомотив, ЦСКА, блядь, Спартак, что там дальше у нас идет? Ну, главное назвал. Ну все, на этом и закончим, блядь. Барселона, хуй знает, там Норвегия, блядь, было. Африка, нахуй. Че там, блядь, кто играет в футбол, ебучий? Ахмат был уже, да? Зенит, Спартак, ЦСКА, блядь. Молодцы, команда, спасибо, что подсказали, молодцы, умнички. Вот. Да, блядь, я не знаю вообще футбол, извините. Ничего страшного. Анжи назвал, все нормально, брат. Равшан, по какой я там лиге еще не прошел? Бля, Равшан, мне кажется, так стыдно, нахуй. А лиги сумоистов забыл пройти, долбоёб. Так, сука, ну ты же мог поднажать чуть-чуть еще, блядь. Да, брат, ну я вообще не слежу за футболом, честно. Да и слава богу, что ты не следишь, брат. Алексей, а сколько Лех назвал, вот, ну, в адеквате, если. Я? Ну, я не знаю, да. Может быть, 10 назвал. Если не в адеквате, блядь. Не, да больше, Лех. Не в адеквате 30 бы. О, аниме. Иван, а кто от вас пойдет? А кто? Юля, кто? Лера, давай ты. Лерочка, извини, родная, но тебе надо идти. Лер, делаешь аниме. Ты знаешь, ты знаешь, что нуль. А Лера, нет, ты можешь пойти. Нет, ты же была, там есть подряд, если два раза подряд, типа, нельзя. Да. Поэтому я буду просто сидеть и молчать на смене. Не, ну вы можете Равшану отдать аниме, он тоже шарит сейчас. Кого? Аниме, брат, делаешь? Лер, ты знаешь, что можем сделать? Нет. Я помню, она в прошлой назвала сколько там, блядь, 20, что ли, аниме. Юля? Да нет, да. Я столько аниме да не знаю, сколько она знает, поэтому нет смысла. Мне кажется, скиллс по аниме угорает жестко. Да, конечно, очень жестко. Не, пока никто не видел, аниме смотрит просто. А может, это другой? Не-не, ты, Юлек, нормально все, не переживай. Юль, нормально, следующая категория — это фильмы, потом... Не-не, а я другую, я другую назову. Ну и заебись, мы потом Юлю как раз поставим под фильмы, под мультики. Кто пойдет от вас, Алексей? От нас пойдет невероятная, самая лучшая стримерша Лерон Барон. Ой-ой-ой. Алексей, у вас жена. Так вот. Блин, жена, да. У меня самая лучшая жена, это самая лучшая стримерша. Макс, у него дочь, как бы. А, тоже верно. А у меня самые лучшие любовницы. Какие? А при чем тут Лерон Барон? Не знаю, зачем я это высрал просто. Ага, понятно. У вас как тоже жена, Равшан, что же вы говорите? А, забыл. Ну чё? Забыл. Лерон, сколько назовёшь? В памяти. Не знаю, 10. Лерочка, начинайте с уве... О, молодец. 11. Говори 15 сразу. 13? 12. 13. Блядь. Юль, мы сегодня себе свою игру играли, там была категория аниме, она только одну тему угадала. Одно аниме. Она пиздит. На блиф. Кто, Барван? Чего? Она все, она весь ряд отгадала, нахуй, если что, кроме двух. А, может, он Юлю просто подбадривает? Да-да. А сколько ты сказала? 13. 14. Че, может, отдать? Юль, ты угораешь, что 20 тогда назвала? Мне кажется, ты 20 назвала, да? 15. Лерочка, не бойся. Не страшно проиграть, страшно не попробовать. Ну, но уверен. Как сказал? Все, давай. Алексей, поэтому все, просто давай, приди. Лер, погнала. Наебали, Лерон, я верю в тебя, Лерончик. Мне падло вспоминать даже. Да, нормально, мы наебали ее пока. Атака Титанов, Берсерк. Ты Лере подсказываешь, Рошанчик? Готовы, Лерончик? А, блядь. Ну, похуй, давай. Раз, два, три. Наруто, Боруто, Атака Титанов, Сао, Блич, Ван Панчмен, Ван Пис. Господи, что еще там есть? Убийца Акаме, Хаяо Миядзаки, считается, что аниме? Да. Призраками, Ходячий замок. Хантер Икс Хантер я называла, нет? Нет. Серк называла? Нет. Да ты говори, прибавит. Господи. Давай. Обещанный Неверленд, Черный Клевер, Человек-бензопила. Еще один. Маленький глупый сын не понимает, где маленькой девочки Зайки. Лучшая легенда просто. Хорош, хорош. 12.
Ну все, вроде успела, бы. Она успела. Да, 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 да. Айвая лучшая, я же говорю. Ебать, вот это да. Как последнее, повтори, пожалуйста. Глупый свин не понимает любви маленькой девочки зайки. Ага, понял. Есть такое же? Подожди, как ты это запомнила? Я не знаю, просто смешное название, я запомнила. Не-не, берсерка не прибавили, чат. Так мне 16 надо было назвать, а не 17. Да-да-да, 16 есть. Хорош. Успел, легенда. У меня руки трясутся. Молодец. Я говорю, это пиздец, как у доски. Молодец, ага. Лерончик. Вот и прилетело. Я только сейчас понял. Почему мне сразу это... Равшан, зачем же вы так? Да я не имею в виду, что это так. Я просто как будто от шутки осмеялся. Алексей. Да. Следующая категория. Так. Я не знаю, почему я вас называю. Но... Почему? А что там? Фильмы. Назвать всех, кого не пригласили на про игроки Counter-Strike. Вань, давай ты. Ваня, делаешь его. Про игроки Counter-Strike. Counter-Strike, давай, выходи, Пчелкин. Еби. Против Алексея. Давай как будто комментирование. Давай. Кого? Лёша. Это вы трек заказали, Лерона, или что? Я что-то говорил. Типа, Шаман Кинг сказали, что я сокращенно просто сказала, я вообще не знала, я про это. Ваня. Мы отправляем Равшана с наших командов. Равшан, я напоминаю, вы можете втроем проголосовать и отправить Ивана. Подожди, считаются бывшие проигроки? Да. Да, да. Хорошо. Давай, Лёха, делай. Какого хуя? Лёх, ты пойдешь? Да. Алексей. Конечно, кто пойдет, дед? Да, у нас, я говорю, Равшан идет. Да какой Равшан, я одного не знаю, блядь. Ладно, чат решает, кто пойдет. Заебал. Ваня идет. Равшан? Я иду, давай. Я из дотеров никого не помню, ты мне говоришь. Такое будет там тоже, не переживайте. Не надо такого. Вспоминай, Макс, пока кстати, сидит. Призовой запрос в шоу не скинул. О-о-о. А там ничья была-то, поэтому он аннулировался. Понял. Че? Че, Алексей, сколько вы назовете про игроков? 15. О, как сразу. Сразу же. Нихуя себе, блядь. На самом деле это три команды, по сути. Полный состав трех команд. Знаешь, имена некоторые иногда вылетают, если честно. Да. Mm-hmm. Точнее, Вань, достаточно весь состав Нави перечислить, блядь, новых и прошлых игроков. И все, да, достаточно. И старые составы тоже перечислить. Сколько ты сказал? 15-16, давай. 2 человека менялось. Полковник Бусеренко в чате? 17. 18. Сука. 19. 20. Хебать. Лёх говорит... Я напоминаю, что у вас 30 секунд, чтобы назвать. Да. Прикол во времени. Ну, смотри, Ваня ставит ставки. Лёх, он тебя на байт берет. Ваня ставит ставки. Он по-любому знает нахуй их всех. Лёх, как будто можешь дать попробовать. Лёх. Ну смотри сам, типа. 21, если он перебивает, нахуй, давай ему. Там Шурпатов буксовать будет по-любому, давай. 21. 22. Хорош. 23. 24. Хорош, Вань. Ебать. Алексей, может быть... А давай, Лёха, давай. Это очень много. Пускай он называет, нет? Это нормально. 24? Да. Yes. Давай, называй. Я, пожалуйста, помогу. Какая же нам пизда. Ребят, а посчитай, помогите мне тоже посчитать, потому что я физически не успеваю 2-4. Я помогу, давай. Поможете? Давайте. Так у меня счет 2-4-6 будет. Давайте. Я уберу тогда это. По сути, нельзя тупить 6 секунд, Ваня. Раз. Хотя в секунду уже... Скажи, как готов будешь. Готов. Раз. Выкрикни что-нибудь. Выкрикни. Тихо, тишина. Раз, два, три. Зайву, Моноси, Симпл, Ника, Алик, Аксель, Ширна, Фанях, Бустер, Хоббит, Робс, Рейн, Керриган, Эдвард, Зевс, Электроник, Перфекта, Алекси Би, JLG, IM. Кто еще, блядь? 20 есть. Энс. 19. Нафаня, блядь, все, пизда. Нафаня, а я им говорил, Кеос, Ишак,
Время. Бля, хорошо, как на тоненького, ебать. Ебать, он стартанул, я охуел. Мне плохо. НТ. Очень хорош. 22, да, сказал? Я знала, где-то троих. Я сбился. Ебать, да, нет, ну, деле, ебать, ты их всех знаешь, просто да, нервничаешь, все забываешь. Да, что-то и пизда нервничаешь. А Ишак, это кто? Это так. Айзек из этого, Gamer Legion. Не-не-не, я другого имел в виду. А, ты про... Не-не, шучу, Алексей, Айзек именно. Алексей, следующая категория... Ладно. Что там, Дота будет? Что там будет? Нет. Что там, блядь? Ру-рэперы? Охуеть. Ой, это Марк Макомоли. Гань-гань-гань, гипи. Я не назвал сразу. Выставляйте гукамоли, выставляйте гукамоли. Понимаете, я вот этого. Вот он, это мой продюсер. Давай, давай. Почему-то никого не знаю, блядь. Охуй, шуток говорю. Платину. Я пробовал назвать, там невозможно. Окей, Юлю выставляю. Иди нахуй, нет, я хуже знаю. Я капитан нахуй. Марк, иди ты больше меня знаешь точно. Да давай, не, похуй. Да нихуя. Марк. Давай, да похуй, давай, я выйду, но я обосрусь 100%. Давай, я с префом говорю. Я уже обосрался один раз, я могу и второй. Гань-гань-гань-гань. Ничего страшного, скиллзор, у нас есть один балл в запасе. Столько рэперов слушал, зря что ли, сейчас сделаю. Так в смысле, оно вылетает из головы. Да, ру-рэперы. У меня нету мамы. Кстати, можно старую школу называть, не забудь, слышишь? Да, старую школу. Ну, наверняка ты знаешь, 100%. Я как раз с тобой учился, знаю. Ебать, вы знаете, как смотритесь? Кто? Вас можно двоих сфоткать и какую-то клинику, которая волосами занимается. Клинику? И по весовой категории тоже тогда уже раз, блядь. Дело нахуй. До и после, блядь. Неплохо было. Нет. До и после пересадки. Готовы? 10. Да, готовы. 10? Давай 11. 15. Ух ты ж. Ух ты ж, нихуя себе. Крути, крути. Блядь, я в тот раз не смог. Я в тот раз сколько, блядь, назвал? 9, нахуй? 5, по-моему. Сейчас назовешь это рэпер, твоя стихия, брат. Ты плаваешь здесь, как рыба в рыбе. Это то же самое было, алло. Ты чё, блядь? Я же говорю, что? Я называл уже это. Кого ты называл? Вот это вот. Давай еще одно назови. Че, идиот? Давай еще один на один, накинь на один на один. И что, у меня обосраться на 16 потом? Нет. Нет, ты сможешь, давай. Давай, братулечек. Скажи 16. Давай 16, давай. Че, отдаю ему, он там 7 реально назвал. Давай. Да ёбаный сын! Отдавай, давай. Один Black Star мог сказать, и там уже 10 человек. Не забывай про вот этих всех, которые... когда да я уже ничего не помню, да это ничего не влияет вообще. Это Тимати. Не, ну я без шут, я бы человек 20 назвал. Скажешь, когда будешь готов, чипс. Бля, я так за чипса не переживаю, пиздец. Так не, я 100% не назову, я прям уверен. Потому что я назову 10, давай. Ты сможешь, чипс, давай. Делай. Ну давай. Готов? Нет, ну похуй. Давай, на счет три. Раз. Нормально, пошел. Раз, два, три. Тимати, Элван, Биг Бэби Тейп, Оджи Будда, Оксимирон. Да, блядь, ну чё? Ты договори спокойно. Да я не могу говорить, ну всё, не получается. Ну что сделать с этим вообще? Всё, это из Равшана, заново. Давай. Да это не Равшана. Да нет. Не, готов? Давай заново. Какой заново? Заново. Равшан, не перебивай. Да я не вспомню. Да причём тут Равшан? Не, брат, давай, пытайся. Всё. Я не смогу. Полная тишина. Новую школу. Да это не в тишине дело вообще. Брат, ну послушай меня. Сейчас смотри. Тихо. Да, Иван, ну тихо. Это второй шанс. Я против, мне похуй вообще. Чипс. Сейчас тишина, снимай наушники, вспоминай свой плейлист и спокойно называй. Не переживай, у тебя получится, давай. Я не вспомню свой плейлист, невозможно. Попробуй. Да, все у тебя получится, все у тебя будет хорошо. Давай, раз. Вспоминай своих братишек. Готов? Вспоминай, вот так, смотри, сколько много рэперов есть. Всех братиков вспомни. Вспомни, как их много. Мэлл Мьюзик назови там. Обла там. Давай, мы в тебя верим. У него 15 секунд осталось, да, говорить. Раз, два. 30 ему опять. Да помолчи ты, ну! Раз, два. Ебать, ты охуел? Три. Не. Тимати, Оджи Будда, Байот, Оксимирон, АК-47. Брат, рэперов просили назвать. Можно я 15 назову? Не, ну я ебал, типа, ну невозможно реально вспоминать, я хуй его знает почему. Ну, блядь, я, типа, ну реально хуй его знает.
Бля, просто ебаная мразь, Иван. Ебаная мразь, Равшан и Иван, нахуй. Да при чем тут они вообще? Да не смеются. При чем тут мы вообще? Наши, блядь, тот, кто говорил, говорит, что ни при чем. Все нормально, все нормально. Следующая категория. Алексей, надеюсь, это вы пойдете. Ага, блядь. У нас Равшан, я чувствую, пойдет. Блядь, не надо, пожалуйста, что там? Президенты. О, ёпта. Те, неважно, действующие, бывшие. Ага. Человек, который занимал или занимает какой-либо пост. Лер, как у тебя вообще с этой темой? Нет, а если... нет. Сразу нет. Нет, что скажешь? Бля, братишка, ну троих точно знаю. Бля. Троих и я знаю, брат. Бля. Нихуя себе. Можно? Да, Равшан идет. У нас Равшан идет. Я слышу, кто-то гуглит. Нет, да, гуглят жестко. Я слышу, кто-то гуглит, блядь, руки от клавиатуры, нахуй. Это Равшан, это Равшан, гуглит, это Равшан, нормально. Да, все нормально, нормально. Я не гуглю. Вот. Так. Я себя тоже почитаю. Но... Блядь. Бля, я бы выскочил, но 10 точно можно назвать на самом деле. Ладно, Марк идет. Да и нельзя мне, блядь. А, нельзя, давай, давай попробуем, похуй. Что скажешь, дед? Десятерых. Я тоже десятерых. Откуда вы 10-то знаете? Тише, ебать, тише. Вы чё? Не-не-не, ты как чувствуешь, нормально? Ну. Десятерых? Ну, не, ну не, хорошо. 10 изи, брат. На самом деле, изи. Да, на самом деле, ведущие стороны мира перечислите. Да, всё, да, это вообще изи, нахуй. Ну, если... А, ну, кстати, да, есть так. Всё. Давай попробуем, деда, давай, деда, попробуем. Давай, похуй, погнали. Давай, деда, бля, ну чё в чате происходит? Кто пойдет, дед? Да. Блядь, ебать сложно это, в рот, ебать. Нахуй на эту хуйню подбился, ну ладно. Давай, братан, один. Два. Три. Четыре. Семь, охуеешь? Вот так вот. Ебать мой хуй. Всё, сдавайся. Давай. Восемь. Девять. Как так-то, блядь? Ну так, он, блядь, больше знаешь, чем ты. Бля, Иван, вы сегодня на разрывных работаете, я так понял. Бля, как будто бы 9 не назовет, ну не знаю. Ну нет, ты чё, блядь, сейчас... Хотя нет, вот там вот этот пойдут, там вот, да, ну назовет. Да, да, ты понял. Да, да, он знает, так, блядь... Попробуй. Всё, сдавайся. Попробуй чуть-чуть, дед. Не-не, не надо, дед. Ты не сможешь, типа, подумай. Попробуй, не слушай, блядь, другого капитана. Попробуй. Алексей, душите его. Сколько он сказал? 9? Да, 9. Попробуй чуть-чуть. Давай, давай 10. Нет, ты понимаешь, ты с кем вообще сражаешься, дед? Понимаю, понимаю. Ебало на беззвучку. Равшан, давай. 12 Равшан. Ты назовешь. Прям 11. 11, да, вот и все. Бля, 11 это уже все нахуй. Ну, а то он сейчас 12 называет, и можно ему отдать, и он не сможет. Я еще буду подписывать. Ты давай что-то. Не пизди там. Так, что, отдаем, может, ему 11? 11 президентов мира, любых, которые были и которые будут. Алексей, вы что? Алексей, называй. Алексей, вы что-то знаете, Алексей? Извиняюсь. Алексей. Можно предикт сразу, пожалуйста? Наставочку. Короче. Ну, давай, давай. Давай, давай еще одного. Сколько он? 12. 12. Тебя отдаем? Ну давай, если не знаешь сам в голове. Да, давай отдаем. Он про... Ну тебе было бы легче, он сам пацан не знает. Ну давай попробуем посчитать в голове, сколько я смогу. Давай. Да нет, так нельзя. Давайте, давайте я начну. Давай начну, давай, давай начну. 12, да? Или давай, да, нет, давай, подожди, давай. Мы еще не сдались, подождите. Подождите, подождите. Вы думали нахуй полдня, мы тоже можем подумать. Хорошо, ну мне кажется, для тебя легко будет 12, типа там... Я просто не помню американских президентов всех нахуй. Их. А ты не знаешь? Ебать, их там было. Прошлых типа президентов Грузии там, я не знаю, Турции. Равшан, сразу тебе скажу, Шварценеггер не был президентом. Чего? Алексей, вы сейчас кого сейчас... О, он актером был. А, ты, блядь, об этом думал? Да. Все, короче, давай, пиздец, он мне, кажется, не назовет. Давай, давай. Отдаем ему. 12? Да, 12. Как будешь готов, скажи. Похуй, давай. Раз, два, три. Давай, давай, брат, давай. Кеннеди, Буш, Гитлер, Сталин, Ленин, Путин. Тихо, тихо. До Путина, до Путина. Подожди. Гитлер не был. Ельцин, Брежнев, потом Шаймиев, Миниханов, кто у нас еще есть? Че Гевара, Обама. Кто еще нахуй? Батька, без подсказок.
Лукашенко, Янукович, Якубович, блядь, кто там еще был? Он назвал 15, но как будто там он... Не, смотри. Не, хорошо, смотри. Гитлер не президент. Хорошо, 14, хорошо. А Ленин и Сталин? Ленин не президент, Сталин не президент. Хорошо. Плюс Алексей подсказал двоих, Якубович. 13-12. Бля, подождите. Я не назвал имени. Плюс он еще Якубовича назвал какого-то. Крутите барабан. Якубович. Подожди. Блядь. Просто про чудес. Они не считаются президентами? Нет, блядь, он барабан крутит. Ты долбоёб. Честно начинали с президента у нас. Понял. Нормально. Ну, короче... Не, хорошая попытка делать, хорошая, молодец. Да, почти, почти. Хороший. Молодец, молодец. Ой, блядь. Нормально, нормально. Я бы лучше не сделал, брат, но нормально. Раньше закончил. Ну, при... Не-не, все нормально, все нормально. Там двоих добавил. Хорош, ебать, мы их ебем, какой счет? 4-3. Как будто ебем в очко, блядь, а по итогу... А как 3? Прям рядом, я не знаю. Им помогают, блядь. Макс, по-моему, 4-2 должно быть, нет? Нет, все правильно. Всегда должно быть. Ладно. А чё, не засчитали до этого? Нет, не засчитали. Получилось чуть у нас. Чуть-чуть сбоя хорош дали дед, немного. Нет, дед красавчик. Нормально, нормально. О, города России. Бля. Ой. О, let's go, можно я? Да, гукамоли да. Наш идет. Делаешь марк? Бля, как хорошо, что я капитан, это вообще. Я так. Вообще из Казахстана, если что, команда. Ну, так, напомню вам просто. Ну, вы и выбирайте, Алексей. Чё? Так. Лерка, что с географией в школе было? Какая оценка? 3. Бля. Скиллс-то у тебя чё? 2. Короче, вы в просаке. Бля, я иду. Не, давай ты. Мне кажется, ты дохуя в городах был, нет, Лёх? Любом знаешь. Забыл-то я был, бля. Давай я. Давай, Алексей. Бля, тут бы сейчас не это. Ладно. Ну смотри, он кроме Тольятти, Саратова ничего не знает. Да, ну Самара 100% скажет. Давайте. Он уже карту мира открыл, нахуй. Торгуйтесь. Я первый 10. Начинаю? 10. Похуй, говорите. 12. 15. 17. О, нихуя. 18. 19. Это легко, на самом деле. Проспал алфавиту, блядь, ебашит и все. Давай. Представь города. Всего 33 города? Я просто помню, Макс, ты помнишь, в прошлый раз 24 кто-то назвал. Я помню, по-моему, Юля выходила. Юля, да, очень хорошо. Нет, там Гаечка выходила с моей команды. Кто еще выходил? Даша 24 назвала, нихуя. 24-25 городов было названо. Бля, как я не смог 20... Бля, как я не смог 24 по игрокам назвать? Краснодар, Шума, Краснодар! Нихуя, тебя флешбэкнуло. Сколько ты назвал? Сказал. 19. О, 22 свободно делаешь. Что, или 18 я сказал? 19. Ну, уже сказал 19, можешь сказать. 20, давай. Че, отдать ему, бля? Ну, он как будто подкованный в этой хуйне. Не-не, мне кажется, нормально, Марк, еще можно чуть-чуть. Ну, ты в голове еще можешь 10 назвать? Мне как будто тяжело. Алексей подозрительно так смотрит. Не-не, я в Диабло играю, я же шаманом бью какого-то, бля. Ты сказал, что по алфавиту, реально по алфавиту очень легко погнал. Еще можно на одну посражаться. Давайте у вас капитану без дрибы. Давай, давай, нормально, я нормально. Бы отдала, Марк, да сам нет, думай. Да нет, нормально, Марк, он, блядь, он сможет попка, тоже... Попка, сейчас бан получишь. 20, ты сказал, Лех? Угу. А 21, ебать. Да, нормально. То, блядь, по алфавиту изи будет назвать. Чё думаете? Лех, сможешь. 22, нахуй, нет, так отдаваем. В любом ты сможешь. 22. Да, Лех. Там крупники и рядом стоящие, ты просто да, там начинаешь ебашить. Рядом стоящий. 21. Ладно, я отдаю 21. 21. Охуеть. Ну, да, еще стоп, раз. Алексей. Не-не, стоп, Алексей, вы точно, блядь, подумали хорошо? Да-да, 21 отдаю. Помогите. Хуёво забайте. Блядь, хуёво. Да ты, сука, 10 раз заднюю, блядь, дал, конечно, он не поверил, нахуй. Ванёк, нахуй, поле чудес пересмотрелся, блядь, тоже байте там, нахуй. Марк, блядь. Это пизда. Марк, короче, въебать. Не, нормально. Марк, расслабься. Всё, помогите посчитать сейчас. Нарисуй давай. Карту вот так и вот так, понял, взглядом. Нет, смотри, вот так залази. У тебя чат открыт, Марк?
Так. Да, открыть. Кто с какого города шуму, напишите. Кто с какого города шуму, дайте в чате. Сейчас они напишут, Иван. Кто с какого города, нахуй. Все, погнал, Марк. Пока есть время, пока не пишут. Давай, погнали. Матыш, момент с Ростов есть уже. Да, читы, пошли уже, давайте, запускайте. Блять, стой, я нервничаю, погоди, не запускай, сейчас витамин С выпью. Сейчас даже... Знаешь, какой еще город есть? Сейчас, а счетчики. Ёрш Калара. Абсолютно. Выговори его правильно, блядь. Да я знаю, я его хотел назвать. Блять, они меня запутали, они не русские пишут города. А какая разница? А, блядь, Россия. В смысле, нихуя себе, какая разница? А, ты думал всех в мире? Мак, сордуй, слышишь? На счет три, готов? Давай. Раз, два, три. Закинуть, Москва, пожалуйста. Питер, Казань, НСК, МСК, Самара, Тольятти, Йошкар-Ола, Архангельск, Астрахань, блядь, Петербург был, по-моему. Что у нас еще есть? Архангельск, блядь, Ростов-на-Дону, Днепр, Крым, блядь, Краснодар, что еще? Сколько? Саратов, блядь, Кавказу, Сызрань, Апшеронск, блядь. Откуда ты, Вань? Выборг, блядь. Брата, я... Слышишь, а по поводу Днепра что-то не знаю. Там было МСК и Москва. НСК, НСК. Потом ты сказал НСК, потом сказал МСК, а потом Москва. Он другой сказал. А ну клип сделайте. Я, если честно, я сбился раз 10, нахуй. Не, он смог. Там, по-моему, 27 еще назвал. Ну, под Крымом я имел в виду Севастополь, блядь. Давай. Чё? Чё вы смеетесь? Вы вообще конченые, блядь. Блядь, Раша. Блядь. В чате пишут, лучше не стало, говорит. По-моему, сбился. Да назвал я, блядь. 100%. Я не знаю. Не, назвал 100%. Кто, Лерон, ты считал, нет? Да он назвал. Нет, он из-за того, что сказал МСК, НСК, я сбилась. МСК, НСК, Москва. Я на 16 уже тормознул. Я сбилась, блядь, в середине. Да, там момент был один. Лёха, он назвал? Мне просто кажется, что нет. Мне тоже кажется, что нет. А с чего это он назвал? Конечно, нашел кого спрашивать. Меня спроси. Иван, он назвал? Противоположную команду. Да, назвал, он 27 назвал. Да, давай клип посмотрим, посчитаем. Да нахуй нам это надо, клипы смотреть не надо. Это назвал, очень важное очко, потому что у нас... Не, ну если мы не можем решить, давай клип посмотрим. Не, у нас, блядь, есть судья, который сидит просто так. Слышь, ты охуел, блядь, считай, ты что? Макс, давай. Смотрим клип, если как бы... Решай сам. Но просто мне кажется, что не назвал. Мне тоже кажется. Так, можно посмотреть клип и убедиться 100%. Вообще, давай мне нахуй заново 30 секунд, вы все засмеялись, сука, блядь. Да, согласен. Вы меня сбили, да нахуй, чё вы смеетесь, блядь? Да в смысле, никто не смеялся, слушали тебя. Чат засмеялся. Я, блядь, Севастополь просто хотел сказать, вы, блядь, заржали, ну, без рофлов. Макс, блядь, ты смотришь клип? Ну ты 10 раз повтори еще какую-нибудь хуйни, Марк. Чего? Это город, Юль. Марк. Да, ой, Марк. Город. Этот, Макс, город. Давай быстрее уже решите. Да, я смотрю. Ага. Хорошо. Бля, он не понимает или я не понимаю? Все, тише. Нет. Давайте у вас капитану без дыры. Это, блядь! Контекст вы видите. Да, блядь, все спокойно. Спокойно, ребят. Не тот клип. Я из Караганды, кстати. О, нормальный город. Ты где? Караганды. Шахтеры. Ну, Караганда, правда, это Казахстан, но да ладно. Да. Я не знал, я думал, такого города не существует. Всю жизнь думал. А вот. Караганда клип есть. 2, 3. Закину, Москва, пожалуйста. Питер, Казань, НС. Блять, как это быстро ты это делаешь, нахуй. Я география, второе имя мое. И не только это. 2, 3. Закину. А вы считаете? Раз. Да, клип. 2. Питер, Казань. 3. Что такое НСК? НСК Новосибирск. Новосибирск. 4. А вот МСК это Москва. МСК. Да. Вот он МСК, он сказал Москва и МСК. И Санкт-Петербург, да. Да. Еще да говорил. Да. Ну да, там, короче, не назвал. В смысле не назвал? До конца смотри, нахуй. До конца смотри. Блять. Система ВАР нам показывает. А сколько ты всего назвал? 21 должен был назвать. А назвал всего? Я 27. Посчитала, назвал 14, по-моему, или 15. 27? Да нет, какие 27, блядь, 14 или 15, я говорю.
Там за 30 Два. Перевалил. Да, если быть точным, 31,5. Тихо. А половина это что за город? Это МСК, НСК. Понял, вопрос. Три. Занин. Четыре. МСК. Самара, Таль... Блядь, скипните уже эту тему, тише, засчитай баллы. Да дай посчитай человеку, блядь. Архангельск, Астрахань, блядь, Петербург. Что у нас еще есть? Архангельск, блядь, Ростов-на-Дону, Днепр. Что-то вы задушились из-за этой хуйни очень жестко, блядь. Да ты не обсуждай дальше. Краснодар, что? Сколько? Следующий раунд уже будет. Саратов, блядь. По Кавказу пробить так. Сызрань, Апшеронск. Так. Блять. Откуда ты, Вань? Выборг, блять. 20. Но 20 он назвал, и еще минус сколько-то, поэтому нет. МСК, да, НСК, вот это. Не назвал, короче. Спасибо. НТшка. Блин, на все, 3-2-2, как обычно, нахуй. Здесь, блядь, у вас. Хорошо, отдал. Бля, два раза отдал, два раза балл заработал. Как вам команда? Изи. Хорошо. Спасибо, 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 спасибо. Так, следующая категория. Че там у нас? А теперь города мира. Давай. Нет. Не. Рыбы, Алексей, как вы к этому относитесь? О, все, давай, выводи меня. А можно Дмитрия Алексея? Деда ставлю, деда ставлю. Он тогда не ответил. Ставлю деда. Давай. Ебать, против него шансы есть вообще? Давай, нахуй. Есть, есть. Давай я, наверное. Он одну рыбу тремя названиями называет, ну похер. Иван, мне кажется, у вас с рыбами тоже не получится. Ну, у меня тоже не получится. А кого еще, блядь, Равшана, нахуй? Иван, тут нужна психологическая победа, брат. Делаешь, делаешь. Делаешь его, брат. Психология. Давай, родной. Что? Одна? Дед очень много рыб знает. Ну, две. Я вам сейчас дам. Четыре. Пять. Сейчас, секунду, я пописываю. Восемь. Десять. Двенадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Чего, блядь, он не назовет 16. Сколько? 17. Ну, все, называй. Ебать, развел лоха, блядь. Погнали. Рано, ну рано. Подожди. Не, нормально. Рано, пизду, нет? Блядь, я потом опоссу нахуй. Я сейчас буду гуглить нахуй каждый раз. Вань, скажи честно. Вань, скажи честно, 5 бы назвал и все. Не, назвал бы больше, Алексей, я, блядь, рыбак. Реально? С детства, да. Да кого ты служишь, Лёх, блядь? Записывайте на телефон. Там была бы таранька, геранька, вот это. Судак, тудак не считается, правильно? Нет. Марк. А! Сейчас кину. Давай. Я как раз тогда. Голый школьница, ебать, охуеть. Чего, бля? Блядь, тише нахуй. О, в чате. Блядь, Вань, это что за хуйня? Я не знаю, это, блядь, после... Ты куда скинул, Вань? Алексей, могу вам ВЛС скинуть. Да в Африке кинь. Или нельзя? Не, лучше не надо, а то ты сейчас кто-то разберет. Блядь, нахуй. Мне 70 тысяч какашек в Телеграм накрутили, хуесосы, блядь. Нормально. Кто сколько сказал? На пост головачом? У нас да! Говорят, у нас говорят рыбы. Дед 20 сказал, назовет. Нет. 17, пошел 17, нахуй, рыб. Пиздобол шурпатовский. Лех, а есть такая рыба геранька? Таранька есть. Таранька есть. Нет, это я типа рифму дал, понял? Типа, что и придумывать нельзя. Давайте, друзья. Лех, пожалуйста. Ебать, что происходит? Закройте! А закройте чат. Да сейчас сделаю, успокойтесь. Нормально, сейчас все сделаю. Вот именно, нахуй. Я... Там работает. Готов, старый? 17 рыб. Блять, ну... Погнали. Да раз. Лоха, да закрой ты свою! Ты ебал завали, сука, пиздеть будешь, ты нахуй. Ты не сможешь назвать, yeah. Алло, братан. Делаешь. Раз. Так, вот так, скину. Два. Подожди, а я могу три. Сказать? Нет. Скину, чтобы этот хуй сос. Давай, ты можешь скинуть, так. Да. Давай. Раз. А, и как я пойму, нахуй. А я буду считать до того, как таймер идет. Раз, два, три. Так, Тарань, Нельма, Муксун, Чир, Омуль, Нельма, Таймень, Лосось, Кита, Нерка, Судак, Сом, Лещ, Подлещик, Сапа. Какой Подлещик? Лещ, Подлещик, блядь, это одинаковое. Линь, Омуль, Тугунок, Щука. Половину сам придумал, нахуй. Что еще есть? Жерех.
Чехонь. Все, 21 назвал. Камбала. Лосось, форель. Его похуй хуяри дальше. Что еще? Все, нет? Да, брат, все нормально. Ебать, нормально? Там половину какие-то выдуманные слова были. Нет, это таежная рыба. Я, блядь, на рынке работал, продавал таежную рыбу, ебать. Каждую рыбу гуглить. Молодец, красавчик, лучше. Я предлагаю каждую рыбу загуглить. Согласен. Вот, а можно вопрос? И лещ и подлещ, блядь, это не одиноко? Да даже если его на эту брать, тому 17 надо было. Да, все равно будет много. Футболисты. Половину сам придумал. Да. О, футболисты, Юлек. Давайте Юлёк и Леру выставим. Не, Лера хорошо знает, иди нахуй, Вань. А, реально? Ебать, да. Это не... Футболисты? Да, она хорошо знает. Ебать. А, я не... Давай, кстати, Рашан. С футболистами проблемы. Азур, 5. Ты 20. Да, конечно, я помню, как ты на своей игре. Бля, знаешь, как сложно, ладно. С головы вылетает пиздец, как. Но я попробую, давай меня. Пизда. Ну, там, мне кажется, шансов нет вообще. Просто 20 сразу ебашь, и они сольются. У нас, кстати, нет таких. Это как с рыбами, брат, понял? Давай, кто из нашей команды пойдет, блядь? Тяжело так-то, знаете? А, блядь, Рошан! Рошан, да. Точно? Ну. А у вас кто, Алексей? Кто с футболистов знает? Может, давай вы пойдете? Давай я. Алексей, вы уже проиграли с нулевой, вы понимаете это? Да. Лех, он пиздит. Все нормально. Рошан, тебе всех говнястых игроков Баварии назвать и еще какую-то команду. Если я начну вот все, так, не вариант здесь вот так по команде идти, ты начнешь путаться, понял? Тут надо ебашить, что в голове, брат. Как будто мне кажется, нужно сначала всех игроков Баварии, если ты реально их все знаешь, а потом уже что в голове. Я запутаюсь и охуею от жизни, да? Как ты запутаешься, если ты будешь... Ты прошлый раз много назвал. Да, запутывайте его. 25, по-моему, назвал. Делайте. Что-то такое. Да, по-моему, 20... Не, по-моему, 37 назвал еще в прошлый раз. Не, 69, по-моему, было. 37 вроде, Алексей. 74. А, ебать, нихуя за 40 секунд. Да. До 30. Алексей, давайте. Подожди, Макс ушел. Не-не, я слышал. А, торгуй, говорит. Я 10. Ну, да, вот. 10? Да. 15. 17. 20. 21. 22. О. Отдаю. Хорош. Ебать, ты из вас разводила хуёво. Я, если честно, нормально. Я бы не назвал и 20. Но, поэтому но разбасил как мог, Алексей. Как мог, да. Если бы он сказал 23 и отдал, я бы заруинил все сейчас равно. Психологическое будет, понимаешь? Я да, больше рыб знал. Рапш, как будешь готов, попадет. Скажешь. Да надо тут походу хуярить. У нас Рашан всегда готов, мой сразу начинать. Нет смысла тянуть, да, я так понимаю? Давай. Помогите просто считать. Просто я буду... Скажи, когда начинать просто. Отчитай, я начну. Раз, два, три. Месси, Неймар, Суарес, Алаба, Бускетс, Пике, Рамос, Роберто Карлос, Роналдиньо, Роналдо, Мюллер, Левандовский, Нойер, Касильяс, Агуэра, Хави, Ньеста, Шевченко, Павлюченко, Кимих, Холланд, Криштиан Роналдо. Был. Был? Был. Все, я сломался. А русский 21, кто? Брат. 21? Да. Серьезно? Ну, Роналдо был 22-м. И сколько тебе надо было назвать? 22. Но он Роналдо был 22-м. Так, Роналдо, я говорил Роналдо про этого, Забастика. Там два Роналдо. Рональдиньо. Да. Он Рональдиньо и Роналдо, он сказал их по очереди. По-моему, Рональдиньо вообще не было. Роналдо, было, Роналдо. Он их по очереди а, сказал. Типа Роналдо. Я Криштиан Роналдо сказал потом. Он по очереди их назвал, да, было, не надо. Я когда начал Роналдиньо ебашь вот этих, я уже старых вспоминать. Когда Равш, есть Роналду и Роналдо? Нет, нет такого. Не, бац, все пишут, Роналду, он сказал по очереди. Да, он сказал нормально, это разные игроки. Подожди, я сказал Роналдо и Криштиану Роналдо, было так? Нет. Ты сказал еще, по-моему, Рональдиньо. Рональдиньо я сказал. Роналдо и Роналдо. Не, он говорил Рональдиньо, да, он говорил. Нет, тогда все 22, все было. Да, хз. А мне нужно было 22 назвать? Да. Да. Ну, близко было, Лех, хорош. Хорош Равшик, легенда. Раз есть игроки, согласна. Ну, подзавис. Я понял, нужно снимать наушники все-таки. Да. А ты не выиграл? Выиграл. Красава, блядь. Ебать, потный идем 5-5. Бля, эта хуйня еще выходишь отвечать, заебала, блядь, пот аж бросает, нахуй. Ага. Здесь жарко стало, нахуй, отпотел. Я только сейчас отпустила после аниме.
До сих пор трясло. Да, у меня просто руки тряслись. Авто. Да, блин, я вообще ничего не знаю. Скилс. Я не могу называть. Автомобильная марка. Давай, Nexia, и погнал. Меньше нервов. Категория авто? Я, блядь, от рэперов не отошел еще нахуй. Ну давай, блядь. Ванек, ты, наверное, знаешь. Скиллзор у нас. Машины я вообще, блядь, я смогу две штучки. Нормально. Вспомни все тачки рэперов просто. Вспомни все тачки стримеров. Сначала рэперов вспомнить надо. И бустеров все тачки вспомни. Ваня, ты не помнишь машины? Ну так. Не, если против меня скиллз будет, то, блядь, изи. Нахуя себя в себя поверил, блядь. А не, я просто я знаю, как его потушу. Как? Скиллза ставим. Не, если вы ставите скиллза, я выставляю себя. А если вы ставите другого, то я ставлю Юлю нашу. Мы ставим скиллзора. Юлёк сейчас на машины побыстрее. Скиллзора? Да. Давай, скиллз, погнали. Так. И чё? Сейчас, секунду, не, ничего. Капец. Тишина такая. Давай, Иван, сколько назовёшь? Пусть чипс начинает. Чипс, сколько марок авто назовёшь? 10. Нихуя, блядь, мы с семьёй начнём. Чего? 10. 10? Ну, 11. Тут уже подумаем. Форд не забудь назвать по-любому. Да, да. Да, да, давайте там поговорим еще. Кадиллак, Макларен, Порш. О, спасибо. Опа, Митсубиши, Хайлендер. Додж. Да, все, сейчас пойдет. Да, Приора. 13. Нет, думаю, чего, блядь, нахуй ты перескочил через одну, блядь? А, слышь, Макс, а да. Авто, это нужно будет просто марку? Да, просто или автомобильная марка, да. Угу. Стой, именно бренд? Да, типа бренд. Да, Hyundai, да, типа, Hyundai, Toyota, да, Volkswagen. Нет, нельзя перечислять, типа, 13-е, 14-е, 12-е. 13. Нет, это Лада. Так он 13 сказал. Ну все, хорошо. Так я его спросил, он 12 сказал? Он сказал да, блядь. 13. Он сказал 13. 13 ты сказал? Я уж сам забыл, короче. Да, 13. 14? Ну да. Да как будто еще можешь. Чипс, Иван тупой, можешь отдать. Он не назовет. Ты че, баклан? Я, блядь, 20. У него познание машины заканчивается Порше. Все. Долбоеб. Порше и Камара, и все. Больше не нет, еще в роли. Я вторую нахуй открываю. Камара! Ну давай 14 называй, похуй. Реально? Да. Да нет, ты что, ебанутый? Изи. Маловато, маловато. Давай, Ванёк. Давай, Вань, не сложно. Местная автопрома, потом иди по зарубежу. Да, готов? Давай. Старый тур вспоминай. Раз, два, три. Копейка, Москвич, УАЗ, Лада, Форд, Сузуки, БМВ, Мерседес, Порш, Ламборджини, Хавал, блядь. Митсубиши, Шкода, Пежо, Nexia, блядь, чипса ебаная. Все? 15 назвал? Нет? Nexia. Называй. Хонда, блядь. Хюндай. Все, время. Ну, назвал 18, но копейка, по-моему, не должна считаться. Копейка нахуй идет оттуда, да. Мало ли что-то приезжали. И Nexia тоже не считается. Ну, Nexia тоже оттуда уходит, да. Почему уходит, блядь? Потому что это Део, а не Nexia, блядь. Так а Део, блядь, ну вы поняли ведь меня, на что я не намекал? Почему? Подожди, а Хавал не уходит, пацаны. Хавал, Хавал. Хавал, да, не уходит. Ну, минус сколько? 2 получается? Назвал он 18. Вань, пишут, ты читал. Я читал, респект. Да даже если минус 4, то будет все равно заебись. Так что он и сказал, мне кажется. Так я, блядь, когда Nexia называл, я сказал, блядь, Скиллзора, тачка, какая разница? Нет, его надо назвать именно. Део. Так я сказал, Део, Nexia, нет? Не, он сказал Nexia. Да похуй, и так нормально. Закрываем главочку. Хорош, блядь. Спасибо. Капитан настоящий, блядь. Да какого хуя, блядь, копейка не считается? Потому что это ВАЗ. Да. ВАЗ. А, блядь, я думал, копейка, ты копейка, нахуй. Бля, Иван, ты, сука, копейка, нахуй. Хорош, Иван. Плюс балл. Соло. Спасибо, Юлечка. Вот так вот. Ну, такая легкая категория для девчат. Фильмы. Блядь. О, это Юля или Рон? Опа. Все, 100%. У меня уже сердце, блядь, Марк, просто... Марк, ты тоже много знаешь. Да, блядь. Нормально, ты знаешь. Я смотрю фильмы, не знаю, что я их запоминаю, блядь. Вообще нет. Это не такая же хуйня. Я даже не помню, что я вчера смотрел на стриме, блядь. Кто убил Блэкбери? Кто пойдет, Иван, у вас от команды на фильмы? Равшан?
Что? Все, хорошо. Выставил Равшана. А и менять нельзя уже, все, Равшан идет. Юлек. Не, Равшан идет уже. Не, Юля, блядь, мне не говорю. Все, Равшан выставил. Я разъебу, давай, я разъебу, брат. Я ухожу, я ухожу, если не заменяющий. Все, пока, всем. Пока. Давай, Юлек. Давай. У вас кто? Привет. Лерончик. Лера? О, вернулся? Да. Все, я уже в тильте. Сколько, Лерон? Я уже забыла все, ну... 15, называй сразу. 5. Сколько, Юлёк? 15. Ох. Юль. Да. Я тебе сейчас напишу. Я тебе напишу сейчас! Фильмов. Я тебе сейчас скину, Вань. Мы общаемся, у нас специальная связь есть. Какая специальная связь? Давай 16. Дим, мы общаемся? Хорош. Нет, Вань, нормально, так же да ты больше знаешь, Лерочка. Можно, можно, схуяли нельзя. Да, нельзя. Форсаж 1, форсаж 2, форсаж 3, форсаж 4, нельзя так. Схуяли, это разные фильмы, блядь. Какая Ванёк читаемый. Все части паука, Юль. Я и написал, да, все части паука, все части железного человека, блядь. Только до форсажа дошли. Такси 1, такси 2, такси 3, блядь, поехали нахуй. Не, давай, нельзя, это лет? Разные фильмы. 16. 17. Фу, бля, пойду температуру померю. Ну, 18. Давай. 19. Давай. Называй. Мало, 19? Мало, хорош. Не мало, Лер. Ну все уже, блядь, смысл уже. Тишина. Подожди, стой. Тишина. Раз. Я подумаю. Давай, сейчас, давай. Подожди, не спеши. Давай. Я просто думаю, в каком порядке назвать, чтобы не запутаться. Ладно, так похуй, поехали. Раз. Два, три. Звонок, проклятие, крик, джиперс, криперс, пятница 13, техасская резня бензопилой. Сейчас. Ну, давайте Капитан Америка, Железный человек, Человек-паук, Марвел, Гарри Поттер, Властелин колец, Человек-муравей, Мистерио, по-моему, или как он называется, Доктор Стрэндж. Так, Дневник памяти, Титаник, Отступники, Криминальное чтиво, Бесславные ублюдки. Время. 20. Марвел имела в виду Мстители. Ой, Марвел и Мстители хотела сказать, да. Типа... И хватило? Этот еще... Она сказала 20 ровно. 20. Да, она Капитан Марвел имела в виду, все правильно, нормально. Да, Капитан Марвел нормально. Marvel. Да, все правильно. Не было. Капитан Америка нету. Не-не, все нормально. 20 ты назвала. Первый Мститель есть, да, Капитан Америка. Капитан Америка нет фильма. Ладно, не хватило, не хватило. Стоп, ты сколько назвала? 20. А надо было 19, минус 2. 18 пишет то, что у меня. Блин. 18, бляха. Да, почему не засчитали? Ебать на тоненько. Не засчитали Капитан Америка, его нет в фильме такого. Мистерио фильма тоже нет. Это просто персонажи, да. И Марвел нет. Хорош. Чтоб Марвела не было, блядь. Как нету Марвел? Я захожу. Почему нету? Вот фильм, вот нашел. Марвел фильм. Вот нашел, Мистерио. Какой год? Мистериум. Мистериум. Есть фильм Марвел. Есть фильм Марвелы. Вот, я нашел Мистериум 13-го года, все верно? Марвелы, вот фильм. Так Марвел нету, а Марвелы есть. Да все, все. Машни до конца. Вот Капитан Америка DVD, блядь, 1990 есть. Есть. Все. Все нормально, блядь, прокатывает. Да, Капитан Америка, вот, 1990. Реально. Бля, какие машинаторы, блядь. Что, блядь, ну есть, ну Кинопоиск веди. Да, есть, Товарот ебал, есть. Капитан Америка есть? Нету, да, Мистерио есть. Нету. Я тебе могу сказать. Мистерио я тебе скинул в чат, Лерон, вот. Лерон, души. Мистериум, ты ж сказал. Какая разница, она окончание просто не то сделала немножко. Мистерио, есть фильм, вот, Мистерио. Мистерио, да. Фильм. Есть. Фильм... 13-й год, у него семерка даже оценка. Мистерио, фильм. Она на стриме смотрела, я помню. 2001 год. Ну, значит, есть. Ну, что за важна? Нормально, Юль, ты выебала. Я не хочу такую победу забирать. Вот за честность. Вот поэтому наша команда такая классная. Алексей, как вы считаете, Юля ответила или нет? Есть фильм «Мистерио»? А, есть, вот я тебе скидывал, блядь, Алексей. Или «Мистериум». Какая разница, блядь? Большая. Я даже не знаю, что за фильм «Мистериум». «Мистерио». Я сам не знаю. Я даже не нашла фильм «Мистерио». Вот, на, нашел, на. Где? Вот, скинул в чат. Вот, можешь чекнуть, можешь на стрим даже вывести. «Мистерио» получится... Граница не найдена.
404-я ошибка, ерунд. Что это? А как? Нет фотографий, нет данных. Какая мразота, а? Так, что, блядь, вы просто капитан пиздобол, блядь. Алексей, вы что, ебанутый, блядь? Ой, Иван. Похуй, Мистерио нету, но Капитан Америка есть, все, нам нужно было 19, она назвала 18. Так она же сказала Доктор Стрэндж потом. Все, да. Капитан Америка есть, 990 год. Нормально, поехали. Так она же назвала. Не, потом... давай вопрос, Юля. Юль, что, сама как чувствуешь? Да. Че, нет, я считаю... Не подводи команду, Юль. 19 есть, да, мы еще успеем набрать эти баллы, ребят. Ну, немножко не хватило времени, пару секунд. Так ты называла ведь фильмы. А, подождите, давайте так, какие фильмы убираются из ее... Сейчас я... Она назвала 20, какие точно убираются? Мистерио вот этот, блядь. Мистерио, да, Мистерио. Капитан Америка не убирается, есть 1990 год, на DVD смотрел. Да, и Марвел убирается, да? То есть 2 убирается. Я хотела сказать. 20 минус 2? Нет, Марвел, она имела в виду Мстители. Так есть Марвел такое. И Марвел есть, да, вот именно, насчет, ну, если... Поэтому все по факту. Причем здесь Капитан Марвел, такой-то фильм есть про эту, про отдельную. Ну вот, Капитан Марвел, какая разница, она первую не назвала. Блять, у тебя тоже, у тебя да и Нексия, бля, и Део одно и то же. Все, давай, Шурпатов. Все, 6-6 остается счет. Схуяли? Следующий. Все, хорош, Максюш. Герои Дота 2. Понятно, чела нам. Да ёбаный мать, я в Доту даже не играю. Дед, ты играешь в Доту? Ну, играю. Че, Лер, ты же не эту, да? Она не может уже. А, ну выставляйте, да. Чипс, че у тебя? А я уже был? Я ебал отвечать, нахуй, ты че? Я уже был? Я уже отвечался, нахуй, на 10 лет вперед. Не, сейчас Юля была, ты будешь все равно. Ты давай. Вообще будешь, Шурпатов, когда-то отвечать? Мак, и ты, Вань, можешь все знать. А не, давай поставь... Чё, блядь? Подожди. Равшан, уступи место вон боссу, слышишь? Какому он давно Мар? Не отвечал. Хочешь, Мар, хочешь, реально? А он отошел. Мне похуй вообще, а что тут надо от меня сейчас? Герои Дота 2. Подожди, ты думаешь, то, что босс меньше знает, чем Равшан? Ну, Равшан-то хуя знает. Ну, Равшан знает. Блин, Равшан хуя. Равшан сколько в Доту играл? Если что, у Марка ММР в два раза больше, чем у Равшана. Ты ебанулся, блядь. Это Бущенко ебаная. Нет, я тебе серьезно говорю. После нового патча, Вань, я ни разу в Доту играл. Там персонажи не добавляли. Персонажи, просто персонажи назвать. Похуй, я забуду. Ладно, похуй, давай поебать, давай, давай. Делаешь, Марк, делаешь. Давай, дед. Давай, мы деда ставим. Давай. Давай, дед. 15, ты сказал? Да. Ну, давай 20. Так, стоп. Ваня сейчас скажет, а сколько персонажей в Доте? Я на одном миньоре играю, блядь. Стоп, а почему за меня решил ли кто-то, что будет вместо Равшана Марк, а там дед... А ты уже не имеешь веса в команде, Иван. Все, тебя уже, блядь, тебе метку ебанули. Не, я просто боюсь, я переживаю за баллы челов, которых в чате поставили. Ой-ой-ой, как он стелит, а. Типа, за меня решил Макс, я не 21, 21. 3-2 постава, нахуй, на канале. Да, я вспоминал нормально, если честно. Сколько в Доте персонажей? 128? Больше 100. Больше, да. Бля, ну, похуй, 27. пускай 21 называет. Мало, нет? Да не, пускай называет. А сколько в Доте героев? 100 с хуем. Хуя там 100 с хуем. Мне только что рекламка прилетела как раз по Доте. Опа. Поздравляем. Готов, Марк? Пускай называет. Да он там гуглит, сука, открывает. Пошел нахуй, рекламка. Я отвечаю, все. Сколько? 22 ты сказал? Да. 21. Ты называешь 21. 21. Ох, блядь, пизда. Да назовет. Бля, это тяжело, просто теряешься, блядь, назвать-то да, назвать. Не-не, Дота персонажа легко, ты просто вспоминаешь вот эту сетку ебаную и просто по порядку называешь. Да, ты что-то с этой сетки помнишь, брат? Да, помню то, что Фантомка в прошлой сетке, самой последней, во второй. Я знаю то, что Абадон первый начинает сетку. Факты. Блядь, они все, они помогают ему. Готов? Фу, и честно, нет, блядь. Можешь саппортов вспоминать самых популярных. Керри самых популярных, вот и все. Раз, два, три. Делаешь. Квапа, СФ, Медуза, Свен, Рики, ЦМ-ка, ВР-ка, Пуч, этот, Тускар, Хускар, Магнус, Лайфстиллер, блядь, Фурион, Таман, блять, Марс, Виномансер, блять, все из головы вылетело нахуй. Пизда. Все, гага. 16. И он ВДС, поехали. Да, брат, ну просто стопор в голове. Да я также понимал, что я основных назову и там пиздец. Хорош, дед, хорош. Хорош, Марк, почти. Не, реально, это ебаное говно, ненавижу, блядь. Нахуй ты вообще вебки увеличиваешь, не увеличиваешь. Заебал, блядь, это очень жестко без морали. Это из-за вебки все, короче.
Блять, будто на сцену выходишь, и ты нихуя не помнишь, блять. Пизду нахуй. Хуйня ваша дота, бля, люблю ее на самом деле. Так, Реган. Сука, да, осталось играть научиться. Мужские имена. Идет, от вас идет Иван Шурпатов. О. Это кто решил? Я. Юля идет от нашей. Нет. Ребят, команда Бездарь, вы можете втроем проголосовать, и пойдет тогда Иван Шурпатов. Что думаете по именам? Рошан, если сейчас... Пусть идет, Иван. Как будто думаешь, девчонки больше знают пройдем, имен. Пойдем против своего... Вот, да. Главного спасибо, команд... Рошан. Что ты пошел ты нахуй, понял? Понял, пошел нахуй, Юля идет. Чела, может, ты пойдешь? Капитан он наш, понятно? Спасибо, Рошан. Ты кто, Иван, у вас пойдет? А Юля. Юля, делаешь? У вас то пойдет Алексей. Я. Yeah. Алексей. Алексей, вы в отличие Ивана, вам реально... А, не начинай, Рошан, ты! Все, все, все. Я бы сейчас всех своих родственников ебанул. Не-не, стоп! Это, отмена. Юля вместо... Ой, Рошан идет вместо Юли. Я пошутил, да, даем это. Не, нормально, блядь, я говорю там... Рошанчик. Нормально, Рошан, там нормальный имен, мне кажется. Андрей, Святополк, Святослав. Тише, тише, тише. Это все твои родственники? Сыс. Святополк, блядь. Че думаешь? Да похуй, пусть... Сколько ее лег, да, да. 15. 16. 17. 18. Хуя. А я сколько в прошлый раз называла? 16. А, не знаю. По-моему, 28 ты вообще назвала. Да тебя не было тогда, нахуй! Чат пишет светофор, светосыр, светорыр. Светодиод ты пишешь. Блин, я просто боюсь, что не успею, как будто бы не знаю. Че, давайте, команда, давайте я поступлю, как вы чувствуете. Что? Иван, а нет, давайте я, ему ты раунд. Ты просто 22 человека или 21 раз сказал. Да это легко. Сколько, подожди, сколько сейчас? 18. 18? Да. Угу. Лёх. Еще, торгуйся, торгуйся. Знаешь, татарские имена знаешь, Лёх? Нет. 19, Лёх. 19, 20. Еще, еще дальше можно. 21. Алексей, у вас дохуя имен там, я не знаю. Бля, как он заебал пиздец этих. Мужские имена не обязательно русские, понимаешь? Вот именно Нурлан, там Нурсултан, ещё. Рустам, Рустем. И пошел просто нахуй. Все, забирай, Лех, я не успею столько назвать. Нормально, нормально, давай, давай, давай. Я специально этого старого разводил. Фу, бля, Иван, если я своего сына зову, ну, Дверь, это же имя? Дай бог, чтоб ты его своего сына дверью назвал. А какого отчества будет Равшанович? Да? Дверь Равшанович. Готов, Алексей? Давай. Раз. Полная тишина, Иван. Раз, два, три. Че я не услышал? Нурлан, Нурсултан, Иван, Марк, Владимир, Алексей, Александр, Тополк, Ярослав. Вы пропадаете, Алексей. Кита. Поближе микрофон. Алексей, вас не слышно сейчас. Тим. Алексей, вас не слышно. Да похуй, главное в Диабло слышно его, блядь. Алексей. Лёх, тебя не слышно. Алексей, вас не слышно. Алексей, вас не слышно. Я считаю, что техническое поражение. Пока что два только Лёх было. У тебя поддерживал микрофон. Алексей, вас перестал. Алексей. У тебя провод отошел. Как Алексей, вы кому-то голосовой. Алексей, вы кому-то голосовой, походу, записывали. Вас не слышно. Сейчас слышно? Так, сейчас слышно. Бля, ну извините, давайте еще раз. Давайте. Задосили. Как так? Я против. Ну-ка еще раз. Нет, не лагает. Плохо, плохо. Пропадает просто. Так-то, ёптвою мать, так слышно? Нет, пропадает. Хуёво, хуёво. Да это не из-за громкости. Будто пинг, Лёш. Не, Лёх, у тебя провод как будто отошел. Не, смотрите. Заткнись. Ой, блядь.
Ввиду технических неполадок от команды. Вы гоните, вы мне микрофон выключили на стрим на сервере. Во. А это Иван, ты хуйсос! Ваня, чмо-то... Не, вы долбоёбы, я ничего не делал, не реально лагал. Ваня, еблан. По технически полагаю, Крыса ебаная. У него нет, у него до того, как я выключал, у него лагало так. Я серьезно говорю. Я не понял, ты в какой команде, блядь, вообще что ли, блядь? Ну что ты крысишь наших соперников? Нет, у него реально лагало, у него реально лагало без меня. У меня уже 100 тысяч какашек, нахуй. Меня слышно? Да, вот сейчас хорошо, Лех. Лагает чуть-чуть лагает. Да, чуть-чуть лагает. Мне кажется, когда называть будешь, еще себя не лагает. Какая мразь. Не, я реально ничего не делал. Нет. Я ничего не делал. Сейчас называть? Да, Алексей. Алексей, если вас сейчас будет опять лагать, Ивану бал не засчитывается. Окей, не, я руки поднимаю, давай. Раз. Что сказал, Леха, я не услышал, лагает. Готовы? Что? Да. Да. Раз. Говори еще раз, Лех. Да, блять. А все, он уже начал говорить, его не слышно, нахуй. А, все, не слышно. Нет, да, блядь, не говорю ничего. Тихо, тишину, все, раз, два, три. Александр, Владимир. Да ничего не делаю, да блядь. Да его вырубает микрофон, сука, гукамоли ебаная. Мразь. Чего, я даже руки могу. Сука, крыса ебаная, еще ебало уводит. Пошел нахуй, блядь. Я могу руки поднять. Алексей, Алексей. Тебе, сука, это босс ебучий. Поздравляю, технический балл вам достается. Спасибо. Не-не, стоп, вы долбоеб. Все, технический балл. Я могу руки поднять, блядь. Технический балл. Какой? Это не мы. Это гукамоли, блядь. Я через журнал аудита смотрю, кто это. Да, ну не может быть так. Ну меня же слышно нормально, у меня ничего не пропадает. Нет, да у тебя красный микрофон был, Лёх, у тебя красный микрофон. Смотри, Макс, я подобрал, блядь. Ты что, долбоёб? Охуенно подставляешь, блядь, нашу команду. Ты вообще конченый, я не делал ничего. Кто-то микрофон выключил, у меня руки подняты, блядь. Ебать, Макс, ты чё, вообще, что ли? Нахуя ты так подставляешь? Сдаваться надо? Нет. Это не я, блядь. Не, я предлагаю нашей команде просто руки поднять. Макс, ну ты... Не, ну, реально, Иван, окей. Ну посмотри, как ты делаешь, пусть это не делает. Называй, вот, Макс. Вот все видно. Марк, подними руку. Да нет, посмотри, кто это делает, пусть не делает. Сейчас я посмотрю. Да это Марк делал, это Марк делал, блядь. Пиздопол, посмотри на его лица. Да мою, у меня руки подняты, блядь. Его мутят, не мы, блядь, никто, не мы, не трогай. Это Марк мутил, посмотри на это ебло утиное. Все, Алексей. Руки подняты. Алексей, давайте. До этого это ты делал, сейчас никто его мутит. Поднимите руки нахуй все. Я? Да не вы, Алексей. Давай, Алексей. Макс, тоже руки. Да я подниму, мне надо, блядь, включить. Раз, два, три. Алексей. Его мутят! Его мутят. Его просто мутят, вот сука. Кто? Руки подняты. Что ты сейчас скажешь, Максимка? Да, ну, посмотри. Какой нахуй технический балл, блядь? Да убрал, я убрал уже. Бля, не, это клавиатура у гукамоли по-любому на полу была. Ты ебанутый, что ли? Вот руки, блядь, меня арестовывают, нахуй. Ты хуесос ебаный, блядь, пальцем нажимал. Вот опять его мутят. Журнал заходит. А кто? Чипс кто? Марк и Ванёк. А сейчас... Ты что, долбоёб, у вас руки подняты были, блядь? Блядь, окей, да, первый раз, окей, первый раз я мутил, да, соглашусь. И второй то я мутил. Я поддержал Ванька, а сейчас не я, блядь. Нет, я мутил его в первый раз только после того, как он пролагал. Чипс, а третий раз кто? Тут со временем написано, блядь. Да Марк только что мутил, блядь, ёбаный в рот. Да как, у меня руки подняты, блядь. Хуём, наверное, своим болтом, ебать. Я чё, ебучий, взломали. Взломали, подставили. Ну, не, это подстава. Все, ну, пацаны, не надо, пожалуйста, если окей, кто-то из вас сделает, пожалуйста. Опять мутят. У тебя там, блядь, под пяткой мышка, Марк. Да, и он нажимает. Ну, давай, говори, заебал. Все, Лёк, давай. Ой, чё? Да, если сейчас еще раз так будет, просто давай бал. Да, хорошо, все, Алексей. Готовы? Да. Раз. Сколько надо назвать? Сколько ты сказал? 27, по-моему. Нихуя себе 27. Нет, 22. Чел, пиши геморрой, выжимай. 22 или сколько? 21, да. Давай, раз, 21. Два, три. Алексей, Александр, Владимир, Андрей, Афанасий, Аркадий, Нурсултан, Ерлан, Ержан, Тигран. Ярлык, блядь. Денис, Василий, Артем, Гордей, Юрий, Николай, Петр, Никита, Лев,
Время. Время. Почти. Почти. Алексей, вы старались. Хорош, НТ. Леха. Как будто когда ты лагал, ты быстрее говорил. Да. Не казалось так. Да сбили, блядь. Да, походу. Да, сбили. Я не понимаю, ты кого нам Макс подкинул в команду? Она против нас, блядь, двигается. Хорош, пацаны, хорош. Она за честную игру. Я за красивую. Хорош, пацаны, хорош. Вы, блядь, сработало. Самый грязный бал, блядь. Ну чё, Лёх, перебьём мы их ещё, слышишь? Ладно, нормально, нормально. Чуть сбили. Господи, сейчас, походу, женские имена будут. Не. Сука. Чё там? Страны. Ёпта мать. Ой, бля. Я могу. Давай. Да, Юля может. Реально? Да, Ванёк, ну сходи ты хоть на что-то, бездарь ебучий, блядь. Пиздец, ну, вообще ну, просто сидит, Ваня, нахуй, посылать нихуя не делает, блядь. Бля, дед, скил, ты хочешь попробовать? Не нахуй. Да, рыжий, не иди, 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 не, иди. Не, Юля, я Юля, еще Юля, столько Юля. Же не говорил, если честно. Да ладно, брат, чё ты этот, тильтанул? Давай попробуем страны. Не-не. А, Юле нельзя, она только что была. Лер, чё со странами как? О, Ванёчек. Нет, пожалуйста. Что? Ну ты давай, давай. Давай, давай. Ванёчек, давай, Ванёчек, дед. Ванёчек. Тогда Равшан. Так не, я... Вы чё, я капитан? Обычно... Молодец. Ну ладно, давай, давай. Да я не знаю города, блядь. Вы на меня посмотрите. Страны, я, блядь, страны. Так страны, какие страны, города? Страны. Какая разница, страны, города вообще... Давай, 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 давай. Алексей от вас топ идёт. Давай, дед, сделаешь. Я. Дед идёт. Давай. Давай, 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 давай. Ой, блядь. Ну давай спокойно. Не, я вообще, я географию не знаю. Ни капли. Ну что, дружок, ну что? Ну что, дедушка, брат мой? Дед, дед, главное, помни, что Москва — это не город. Ой, не да, страна. Не город, брат, это страна, вот именно, да, хорош. Давай. Чё? Давай. Давай 10. Ну давай 11. Давай 12. Давай 13. Давай 13. Давай 14. 15. Алло? Ну еще да. Разок, можешь попробовать. Давай, давай 16. Это 17. Сам, как чувствуешь, брат, как чувствуешь? Да вот думал, как чувствую, да. Сколько у тебя, сколько ты сказал, 17? Да, 17. Да. Давай 18. Давай 19. Все, отдаю нахуй. О, давай. Ебал рот. Скажешь, как будешь готов. Ебать. Давай сначала Союз бывший, потом ЕС, потом что вспомнишь? Союз бывший? Давай, Равшан. Ну, ты так легче сейчас по категории. Давайте, бля. Это... Ну хорошо, давайте, я буду в наушниках, похуй. Раз. Да, Равшанчик, верю в тебя. Тишина. Раз, два, три. Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Эстония, Польша, Германия, Италия, Испания, Франция, Ирландия, Иран, Ирак, Ирландия, Голландия, Америка, Аргентина, Бразилия, Куба. Куба, Китай, Южная Корея, Северная Корея. Тут у нас еще есть, блядь. А, время, блядь. Куда? Ну, что я насчитал 25. Да успел, успел. Хорош. 25, да, но... Я наспал, прям, молодец. Она была 19. Там даже повторений не было, по-моему. Нет, было там один раз, но это... Ну, это... Америка, он сказал, вообще, типа... А как он сказал? Соединенные Штаты Америки. Просто, ну да, США. Нет, Соединенные Штаты Америки. Я не знаю, Америки. Засчитывать или нет. Ну даже нет, если, Америка... даже если да минус, то все. Там 25, это, там да, он просто уверенно ебанул. И дважды Ирландия. А, сука, но все равно да ты я... больше сказал. Красава, красава. Голова я болит. Красава. Не могу играть больше дальше. Компьютерные игры. О, хорошо, что я пролетел, блин. Я считаю, что Алексей... Иван! Чип, давай против меня. Части! Лёх, ты больше всех ебал. Иван, ну давай ты! И части не считаются, блядь. Давай. Один, два, три. Идем со мной. Чипс, скажи, скажи, пошел он нахуй, и все. Да вон Леха знает игры. Не, я тоже знаю, но я, блядь, не вспомню, как обычно. Компьютерные игры ебать так-то, ну нихуя себе, блядь. Я вообще нихуя не... Доту знаю. Нет, ты хуя компьютерных игр знаешь? Я? Алло, ебло. Дед.
Так, я дохуя, я только что был, брат, я бы вышел. По-моему, ты в прошлый раз играл, Марк, нет игр когда были? Да игр же куча, вообще пиздец. Я нет. Макс, меня выставили. Давай. Ты была на играх, Юль. Леху выставил. Иван, от вас кто пойдет? Ну сходи ты, ты. Ты? Ну да, да. Ебать, Иван, на яйца. Давай, давай, Вань. Сразу 40 говори ему. Да какой 40? Части нельзя, только помните. Crysis 1, Crysis 2, Crysis 3 не считается. Это, ну, типа, нет. Будем считать как одну игру. А если GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA... Тоже, наверное, GTA. Liberty City, вот так. А вот GTA я не знаю, кстати. Не, ну это как будто... Это так же части. Да-да-да. Давайте, Алексей, я первый начну. Давай. 15. Ванёк, чё с ебалом? У Ивана только две игры, это тоточка и КС-очка, и всё. А, only апчик ещё есть у него. Да не, там дохуя. Тарков, блядь, Call of Duty, Dota, там ещё only ап. Иван, мы уже начали? Секс, блядь, 18+, секс виз, там кто-то ещё, блядь. Виз your mom. Ты там можно... Не понял. Извиняюсь, Иван. Forza, NFS, там типа дохуя на самом деле. За оскорбление балл нам, пожалуйста. Я еще могу сам... У меня дохуя игр, которые, блядь, по 15 рублей, но они ведь есть. Да, но ты их не вспомнишь, блядь. Почему Артас, блядь, за гейм, нахуй? Вот Алексей такого вообще не знал. Нет, Артас, нахуй. Это охуенная игра. 16, да, сказал? Да. 16. 17. Алексей, начинайте. Сыкушка ебаная, сука. Да я знаю, Алексей. Да, 17, Алексей. Да это легко, я думаю. Легко. Ну, Лёх, Алексей, я-то буду подпёздить вам войс, нахуй, чтобы... Мне кажется, ты ещё мог его... Лёх, я его замучу, нахуй. Чип, следи за, чтоб его никто не мутил. Если будет кто-то мутить, автоматически балл Алексею. Алексей. 17, изи. Но это... Алексей, всё, уже другой румбе, нахуй, без наушников. Это я здесь. Алексей, вы готовы? Алексей, интересный факт, у нас одинаковые наушники, вы тоже спиздили слоны их? Нет, брат, они у меня давно уже. Реально? Да. Алексей, вы готовы? Да. Раз, два, три. Поехали. Battlefield, Call of Duty, CS, Dota, Valorant, Overwatch, Assassin's Creed, Assetto Corsa, Forza, NFS, Batman, Borderlands, B-Simulator, Alan Wake, Чужой, Crossout. Мир танков, мир кораблей, Магеддон, Казаки 3, Dark Souls. Ну ты назвал уже, Лёх. Да все, все свои рекламные компании. Да, хорош, Лёх. Лёх, ты имена медленнее называл, чем игры, ебать. Согласен. Это не, значит, ну там можно что? Было, блядь, мир танков, мир кораблей, что? И пойти человек, там, блядь, по всем мирам, нахуй. Человек любит игры больше, чем мужчин. Это вот что означает. Спасибо. Так и есть. Диабло-то забыл, пишет Алексей. Тоже верно. Как? Вот это тяжелая категория. Алексей назвал, да? Англоязычные да. Стримеры и стримерши. О, ебать. Ой, блядь, ебать. О, боже. Бассейн и джакузи надо открыть сейчас. Английские стримеры и стримерши? Да. О, еб твою мать. А кто у нас? Ну, смотрите, у нас давненько не выступал Марк. Ой, бля. Скилзорыч, что скажешь? Да ничего, два. Можно попробовать так-то. Чипс, а вот, например, если испаноговорящий, то уже нельзя? Он стримит на английском языке? Наверное. Да какая разница? Все, мне кажется, все, кто на русском не стримит. Тут. Да, да, все зарубежные. Да, давайте зарубежные, все. Так обобщим. Вообще любых, просто не русскоговорящие стримеры. Давай, от нас Скилзора. Я придумал. Давай, Скилзорыч. Скилзорыч сделает грязно. Ну, грязно, как раз таки, блядь, обосраться только есть. Нормально, нормально, нормально. Чипс, ты сейчас ценник набьешь, слышишь, ценник? Да. Все нормально. Давай, чипсик делаешь, чипсик. Бля, ладно, не буду. Фу, как хочется сказать, но нельзя. Кто от вас, Иван, идет? Шутку. Да можно говорить. Гокамоли, да? Не, не надо. Гокамоли идет у нас. У меня мышка села. Нехуй нажимать было пальцем. А там не нужна мышка. Я понимаю, не, ну похуй, давай, отвечу, у меня мышка реально села. Блядь, сейчас обоссусь. 10. 11. Да. Юля, кстати, во сколько нам на день рождения нужно? В 6:30 начало. Как будто бы отдать надо, да? 11. А у кого днюха? У Эксайла.
С днем рождения? Супер, реально в 6.30 начало? Угу. Че, отдаю скилл зо? 11? Ну, 11 дохуя, как будто. Да, давай. А давай, давай. Отдаю. Давай, скиллзорчик, ты можешь. Легко, Теряху легко. Скиллз, готовься, сейчас, пока его нету. Идет? Да, давай. Давай, готовься. Так хули готовится ты ебать. Изи. Ну, у тебя так будет немножечко это. Сколько чипс? 11, да, я услышал? Да. Да. Давай. Готов? Мы готовы. На счет три. Раз, давай. Два, три. XQC, Амарант, Саша Грей, Адриана Чечик, Тасс, Стил. Кстати, стримеров можешь перевью это. Паша Бицепс. Про игроков. Время. Почти. Да. Сколько? 7 из 11. Да, ну стил сложно, сказал, на самом да. деле. Сложно, ты, на самом деле. Ты скилл? Как ты сказал? Стил? Стил. Да. А есть такой, да, зарубежный? Нет, ну, про игрок точно Вайбай Пауэр был. Есть тип стил тоже стил. Не, кстати, я чипса реально можно было просто про игроков. Типа, блядь. Так, да, блядь, ну понятно, что можно. Дося Шраут, нахуй. Ой, блядь, Дося, блядь. Дося зарубежный стример, блядь, сюда. Ну, Дося может, это да. Это тяжелая тема, я тоже проигрываю. Не просто. Как ты вообще? Не, слышишь? Амурат, Иксинат, все. Хорошо, спит. Юль, нет, надо было, знаешь кого? Miracle и пошли, короче. Мультики! Просто всех игроков доты. Лер, ну да, они же стримеры. Да, блядь. Давай, Юлюк, кто же ты, наверное? Блядь, заебут, я фильмы не успела. Максим, мы выставляем Леру. Мы Юлю. Блядь, как же Пчелкин Леру у этого... Да, это есть такая. Но Лерон пиздец, как дохуя знает. Кто кого еще? Я так и не понял. Реально знает. Тут проблема в том, чтобы их вспомнить надо, понимаешь, а не в том, что ты не знаешь. Лерон, давай, верим. Ёбаный брон, блядь! Это что ты там делаешь? Есть вообще из вас, нахуй? Чего ты хочешь, блядь? И чё, у вас кабель-менеджмент есть кого-то под столом? Или нет. У вас тоже что-то перепутано? Какой нахуй кабель-менеджмент? Ты ебанутый? У меня этими белыми такими штучками. У, пизда, блядь. Типа. У меня там нахуй будто 20 змей перепутано под столом, блядь. Хуй провод найдешь. Погнали мультики. Да. Я же дома выращиваешь свечи. Сколько, Юлёк? 15. Ну, 16. Ну, 17. Ух ты, бля. Дубля, просто умышка. До двадцатки смело, не? Типа все? Любые, да, да, и да, наши, и зарубежные. Нет, я имею в виду, сериалы и так далее тоже считаются? Не, сериалы — это не мультики. Ну, мультсериалы. Мультикапликационные. Да, считается. Сериалы есть. Считается. Да, считается. Сколько ты сказала? А аниме тоже можно будет? Нет, аниме нет. Нет. 17, это тоже мультики ебаны. 18. Мультики — это мультипликационные фильмы. Мультипликационные, басно. Понял, а аниме — это другое. Амщищан. Сколько, Лерон? 19, сколощаю. Аниме сосать. 20. Извиняюсь. Выбирай, короче. 20, давай, Лерон. Скажешь, как будешь готова? Лерон, сможешь. Да нихуя я не готова. Да сможешь ты, сможешь. Ну ладно, похуй, давай попробуем. Раз, два, три. Русалочка, Золушка, Белоснежка, Семь гномов, Рапунцель, Шрек, Тачки, Турбо, Тайна Коко, Зверопой, Зверополис, В поисках Немо, Мишки Гамми, Гравити Фолз, Рик и Морти. Так он называется? Блядь. Да. Давайте, еще немножко осталось. 5. Что там еще? Боже. Савдеповский давай. Муана, Шрек, Кот в сапогах. Боже, блядь. Аладдин. Время. Блядь, два не хватило. 18. Дед сбил своим сам. Да, он, ты так еще долго это говорил. Давай тебе осталось немного. Я нормально сказал, это в замедленном времени было. Берег камера. Хорош почти. Я говорю, тяжело, ну просто вылетает все из головы. Хорош, команда, ебем жестко. У меня в голове обратно вернулись, типа, этот... А чё победителем будет, Макс?
Я просто думал, ты будешь там, ну погоди. Да забей хуй, он в прошлый раз приз не отдал. Понял, охуенно. Сколько еще вопросов, отдал, Макс? Отдал, отдал. Порно-актеры, порно-актрисы. Осталось, Лёх, сейчас скажу, ой, сколько. Ой, фу. Осталось... Ой, фу. Фу, сложная тема. А я не знаю. Лёх, осталось... Я, кстати, тоже вообще не в курсе. Пять. Все скажешь. Иван, победителю рейд будет. Что? Ого. Не знаю, как вы на четверых попилить его. Типа сейчас запускать надо или что? Ну, типа, да. Так вы на день рождения все уходите. Так вот, постримишь. Ой, нормально, все. Лёха, ищи плюсы, Катя не позвали на зарабатывать. Брат. Чё, Рошан, говоришь? Как можно назвать? Всех порно... Их же, блядь... Чипс, мне кажется, ты знаешь. Я в прошлый раз выходил на эту тему, я обосрался. Я не пойду, вспомню, Макс. Ну, не могу играть, но я ебал. С тобой? Я только наших, и то мало. Я ебал такой, нахуй, больше участвовать. Да не расстраивайся. Да чё ты там стильдишь за этой херни, господи. Забей хуй. Чипс, против Ивана выходишь? Да. Давай, давай, блядь, давай, ставим. Я смогу 5 назвать из-за того, что, всё, что вспомню, блядь, нормально, максимум. Нормально, вот уже Саша Грей, там Адриана Чичик, ты уже 2 назвал. Охуенно. Все нормально. Давай, Иван, сколько? По нашим красоткам там пойдешь. А, 2. Ну, 5 смогу. Реально? Да. Ну и все, блядь, максимум. Сейчас, погоди. Только 3 из них стримит. Чипс, если хочешь, попробуй. Я тебе могу твою вебку выключить на раунд, чтобы тебе было проще. Да нахуя? Ну смотри сам. Это, давай, блядь, 6. Вообще 6 ничего могу. Не зависит от этого. Ну все, называй 6. Так, соберись, нахуй. Да. Соберись, соберись. Нет, я могу прям, подсказать, нет, я давай. Все, повинуйся. Ну Вань, что? Давай, показывай. Ну, Вань, не сложно. Иван, скажешь, как готов. Сисястый, да. Помни такая? Да там 4, там 4 уже на языке. Сисястая. Как рэпера зовут, так же почти. Звучит, тихо, без подсказок. Готов, Иван? А, подожди, вот которая стримит еще, которая, я забыл, как ее. А, их 2. Начинайте. На счет 3. Раз! Подожди. Какая забыл? Который казино еще, блядь, ебашит. Я забыл. Давай, 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 все, стартуем. Раз, два, три. Соло Золо, Ева Эльфи, Лакшери Герл, Саша Грей. Так. Делаешь, Вань, двоих. Карла Дилервень. Нет, не считается. Кто? Всего 2, Вань. А, Эльза Джин и... В чате прочитал, видел, спамили. Не-не-не, это я знал, но беленькая такая. Давай! Ну, давай. Последний, подскажите! Иди сюда! Ой, время. Все, все. Я успел, успел, успел. Не, время не успел. Нет, ты когда сказал время, я успел. Блять, Мю Халифу, Лана Роуз. Не-не, не знаю. Николь Энистон. Ой-ой-ой. Я смотрел за Джин. Кстати, Адриану Чечек не сказал, когда другу говорили. Абелла Денджер есть еще. Ралли Рид, ладно. Хорошо. Так я не знал, я хотел чипса на семерку забайтить и слиться, потому что я вот только троих так узнаю. Не, я не знаю никого практически. Хорош чипс. Бля, чип забайчено. Про игроки Dota 2. Ой, ёб твою мать. Это так сложно, пиздец, Ник. Мне кажется, его... Нет, я вообще не сотрю про доту. Ну давай, хули, погнали. Ну давай, деда. Я деда выставляю. Давай ты, брат. Я Рошан, да. Ну, блядь, ну давай. Я клянусь, я нихуя не помню ни одно имя. Брат, поверь, ты знаешь тут больше, чем мы все. Тут вообще без вариков. Я знаю, мир. Сложно вспомнить. 9-10 что-то, если что. Макс, сколько до конца еще? А тут все, после раунда пошли. Тут осталось, сейчас скажу точно. Раз, два, три, четыре. Четыре осталось. Ёбаный сыр. Ну, если бы вы вот так близко не шли, то мы можем раньше закончить, если там вы сейчас 2 раунда сразу выиграете, то все уже будет. Так, давай, минут, сколько? Давай. Я не помню просто всех новых вот этих. Давай игроков. 5. Только старых помню. Старых хватит. Думаешь? 8. Приятного аппетита. 9. 11. Пуху, бля, я хуй знаю. Старый состав доты, не? Не хочешь? Ну, блядь, подожди. А, ну, кстати, если так... Давай, вспомнишь.
Что, деда делаешь? Бля, пизда, слышь, вообще теряется там. Я даже... Бать, да, так. Опять по тем же Нави пройти, Нави старый став, все знают, мне кажется. А сколько ты говоришь, 11? Да. Ну давай 12. Ну 13? Все, ебаш нахуй. Скашка готов будет. Да, ебаш. Скашка готов. 13, да? Угу. Давай. Да. Раз, два, три. Дурачье, Яторо, Торонто, Токио, Дахак, Ноуф, ой, Калавс, Дэнди, Соло, Рамзес, ебать, из головы все вылетело. Киатака, я говорил? Нет. Киатака, В3-3, Миракл, Топсон, Мипошка, Айсберг. Сколько все, это? Все, все, вообще 14. Назвал 14, но был 13. Хорош, Равшанчик. Ебать. Хорош. Ебать, как я вспомнил. Пиздец. Айсберг, я хуй знаю, как ты их начал вспоминать. Бля, ебать сложно, блядь. Я даже, я в голове такой на секунду думаю, дай старый состав Нави, а у меня эти, сломался. Знаешь, вылезли Alliance, Лода, вот это, С4. Да, я про них вообще забыл. Адмирал Бульдог. Но я вот сказал, две команды, я 10 у себя в голове, думаю, остальных насчитаю. Ебать, что много, да, ебать, все забыл. Айсберг проигрок. Почему он про игрок, нет? Не, он про, да, можно было бы играл, называть, типа, да. Винстрайк он же играл. Айсберг, Дота 2, профильная, Дота 2. Можно, можно и прошлых называть. Бренды одежды. Нави. Ебать, ё, бренды одежды, это кто, Лерон? Масхайбист, это Марко Камоле. Хуяли, это я бич ебаный, я хожу, блядь, по бартеру во всем нахуй. Давай, похуй, погнали. Так, в секонд-хендом бартер делаешь? Да во всем бартер делаю, вообще похуй, у меня одна паль, блядь. Я ВБ-амбассадор, нахуй. Лёх, кто у тебя пойдёт? Лерончик, попробуешь? Ну давай. Давай, Лер, дорогая. Надеюсь, да, блядь, она тогда 30 пиздец назвала, идите давай нахуй! Лера, Лера у нас. Переиграй её просто. 15. Делаешь. Ебать. Анька Никса, блядь. Сейчас, секунду. Ну, 16. 17. Называй. Да ебать! О. Хорош. Скажешь, а будешь готов? Не готов. Что ты с этим делать будешь? Ну, минус балл. Вот это шахмат, блядь. Сначала по спортивным пройдись. Потом 16. Пошел, пошел. Потом по масс-маркету, потом по люксу тяжелому. Раз, два, три. Пума, Бершка, Капа, Зара, H&M, блядь, Страдивариус, Спортмастер, Диор, Ральф Лорен, Баленсиага, Витмо, блядь, как этот, сука, забыл, похуй, Найк, Адидас, Пума, блядь, Раф Симмонс, Амири, Оффайт, Палменджелс. Время. 19. Ты, нет, ты назвал, 19. Ты назвал 18. Ты, я 19 назвал, я по пальцам считал, минус 1, а то 18. А вот это Бешка, Страдивариус, это бренды одежды? Нет, да. Спортмастер, у них свой бренд это есть, у Спортмастера есть бренд свой. Да, согласен. У них есть свой бренд. Подожди, а у Зара? Да, у них есть бренд одежды свой. Да, да, там же набирки, ебать, Зара. Окей, окей. Я 19 насчитал на своих пальцах. Как будто бы... Спортмастер, как будто хуйня. Там у них Дэмикс. Да, у них Дэмикс, но я именно бренды, именно бренд одежды в Спортмастера такой не знаю. Спортмастер? Я тоже не знаю. Чтоб писалось, типа... Компания крупнейшая в мире. Сейчас сделаем, блядь. Я насчитал вообще 18. Сколько вообще вы насчитали? 25. Я блядь. А что я не назвал? Что можно было еще назвать? Шанель, блядь. Гуччи забыл. Гуччи не назвал. Гуччи, смотри. Луи Виттон. Пума два раза. Армани, вот это все. Бля, ебать, меня температурит, я себя в рот ебал. Давай дальше. Подожди, стой. Ну, надо балл, я просто не знаю, защитить. А не, балл, я не назвал, Макс, я не назвал, я не назвал. Тут, нет, не назвал? Даже, брат. Да, да, не назвал. Понял. Я просто там услышал, что два раза, блядь, а сколько Пума. Сколько еще категорий? А, что, две. Блядь. Ха. Близко идем, на. Нахуй. Назвал 17, пишет? А стоп, а мне 18 же надо было, не?
Я 16 вообще не считала. Не знаю. Нет, стоп, если мне надо было 17, то я назвал. Я думал, у меня 18 надо было. А, ему 17 надо было, вы чё? Я тогда назвал, блядь. Сосать тогда? Тогда назвал. Он назвал 19 минус 2, правильно? Да, 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 да. Все, я думаю, нахуй тебе 19 надо было назвать. Так что, хуйня-то вопрос? Я не запомнила. 17 надо было ему. Ваня, да. Лутанул, да, балл, ебать. Макс, 18 надо было. Красава, нахуй. Хорош, Марк. Я просто быстро эту бочку мыл. Нифига ты какой. Ебать. Надо было 17, да? Чисто да. Тас. А было 19 минус 2. Пишет 18 минус 2. Как 18? Скиньте чат, клип. Я не этот, просто чат пишет 18 минус 2. Я просто читаю. Я вот тоже 18 насчитал. Как 18 из 19? Не, брат, я просто с пальцами вот так сидел за это. Да за я что ж сидел, считал? Дайте клип. Нужна система VAR. 19 минус 2. Система VAR, поехали. Просто Рафан, если... ты видел, что там с офсайдами сделали? Нет, что сделали? Там же новые правила по офсайдам. Уже некоторые страны приняли. Как? Теперь, короче, нужно, чтобы полностью тело человека было за линией. Серьезно? Да. Это хуйня вообще. Ну, как я понял, уже некоторые страны приняли вот эту штуку. Даже если было 19, он сказал Адик, Адидас. Не-не-не, Адик не говорил. Не-не-не, посмотри клип. А где клип? Дайте клип. Офсайд Венгера это называется. Венгера это? Арсена? Или Венгера. Как правильно, не знаю. Арсен, что ли? А что пишет Страдиварис? Так. Это бренд. Все нормально. Страдиварис это бренд женский, там женщина это одевается. Это испанский бренд, да. Страдивариус есть точно. Не обязательно женский. А мужской тур Страдивариус? Я как не зайду там... Там я не видела мужского отдела. Там только... А женщина. Может быть я этот... Возможно, да, возможно женский. Может я перепутала. Юль, ты мышку Dark Project открывала? Да, я на ней сижу. Ебать, ебать, да? Да какой, блядь, архангельский, ебаный рот, блядь, что скидывают? Да, да, да. Так это не полный клип. Покажи, покажи, Юль. Блядь. А ты дырки убрала с нее? Только с крышки одной. А я не убирал, кстати. Да, вот, трипофобы, смотрите. Кого? Ну, трипофобы, это кто дырок боится. 19 минус 2. Блядь. Зачем дырки убирать? Не знаю, мне вообще ебану кадышу. Мне не приятно, когда они массируют мне ладошку. Получается, балл Марку, правильно? Рошану. Да, да, да. Но если пишет 19... Чего ты сказал, Равшан? Минус 2, то да. Ты чекни, идиот. Где он? А если Макс? Да, все, хорошо. Пишет теперь 8... Че, Максюш, там по баллам? Да это красные пишут, что 18 минус 2, блядь. Они, понятное дело, что будут так писать. А синие 100%. Блин, у красных сейчас лицо такое же красное, как и они. 12 минус 9 пишут вообще. Я ему верю, мне похуй. Да, хорошо. Все, ладно, короче. Че там, братик? И сколько у нас получается? 12 на 9. У нас 12 на 9? Да. Уже типа все, да? Нет. По идее, нас да, уже выиграть. Нет, три категории. Три категории осталось. Давайте поиграем, чего вы? Или вы торопитесь? Ну, да, действительно, день рождения. Ну, у нас день рождения, походу... Слава уже, смотрите, фотку дропнул с ДР. 18.30. А, это с ДР? Ну, да. Разве нет? А что он так одет? Не знаю, я думаю, просто на фотосессии. Ебать, там овечка классная, чистая такая, блядь. И коза, я хочу ее домой, Макс, мы украдем. Замечательно. Женские имена. Понял. Если сейчас бездарь отвечает, то все, у них победа. Ну, Юля, наверное. А кто? Ебать, женский. Я вообще не знаю. Мне только Наташа в голове больше. Бля, давайте. Скиллз. Может, ты? Что, мне Маша назвать, блядь? Ну, у тебя разные скортницы были, всякие имена. Давай, я не знаю. Молодец, долбоёб. Опа, понял, хуйсос. За что, блядь? Прилетело, блядь. Просто долбоёб не с хуя. Ты Матвей Скиллз, я хоть женщина, а не рыба. Чё, ты? Лёх, пойдёшь? Да я хз, у меня с мужскими-то не получилось, бля. Так у меня тоже, я думаю, с женскими, блядь, на одном я застряну. Давай, Иван, кто у вас на женских? Я другой вообще назвать не могу. Юля, у нас пойдет Юля. Давай, Олег. Мне кажется, нормально женскими нас сможет это. Че, кто у нас попробует? Просто всех подруг перечистит и все. Кто-то силу чувствует в женских именах? С садика, там, со школы, подружек просто и все.
Садика? Ну, да. Да давай, я уже. Давай. Давай, давай, Скилзор. Давай. Юля, цвет колесика регулируется у мышки? Все, садики по именам общались или ну, просто? Ну, крутится просто. Зачем? Юль! Да. Давай, сколько назовешь женских имен? Кстати, никто не слушает. 15. Ебать. Называй, богу, я ебал. Да, Чипс, ну подумай. Да ты что, рофлишь? Ну 16. Да, блядь, мы с тобой только Настя, Катя, Маша, Даша, нахуй, Саша, Паша. Чипс, давай, давай. Давай, 16? Просто, да, давай, 5 будет. Давай. Давай, Чипс, блядь, соберись, нахуй. Все, тише, тишина гробовая. Готов, Чип? Хочешь, я тебя замучу, чтобы тебе не слышно? Да, охуенно! Да не надо меня мучить, блядь. На счет три. Раз, два, три. Саша, Даша, Маша, Лена, Вика, Юля, Катя, Настя, Ангелина, Кристина, Юлиана. Блядь. Давай, давай, подружек вспоминай. Вот эти старые имена. Старые? Женские там всякие, Валентина. Знаешь? Во. Нихуя. Еще, еще знаешь? Маму, тетю, бабушку. Время. Оксана, блядь, ну я ебал. Сука, да там боишься просто сказать. Бля, просто ебучий Марк или Иван хуесос просто, блядь. Как же вы грязно играете, нахуй. Бля, хорошо, спасибо, что я позвонил. Бля, хорош. Почти, почти. Я думаю, он отвлекся опять из-за что-то. Да, думаю, он уже сейчас назовет, нахуй. Не, он, кстати, очень, он... очень бодро стартанул. Бодро. Да, пиздец. Чипс, ты молодец. Не, отвлекся, я ничего не говорил. Кто нажимал? Марк. Хуесоса. Ваня. Вообще-то Ваня нажал вот этих сверчков, а потом я поддержал. Просто, блядь. Иван, ты просто такой уебан. Это поддержка просто... А что я сделал? Все. Он просто замолчал, и я решил... Все, съебись отсюда, это... иди подрубай, нахуй. Запускай, нахуй. Спасибо, команда. Спасибо, друзья. Спасибо, противники. За игру вам. Осталось, да, остались. Остались две темы. Это компьютерные программы и актеры, актрисы. Можно я доиграю? Да, а, ну да, это ебать. Такое. Один, я доиграю, блядь. Я не буду даже программы стараться. Это вообще пиздец. Давай программы попробуем, то новой темы ее не было. Ваня, иди врубай пока. Да, иди врубай. Ну так чисто можешь по приколу. Ну давай, Марк. А кто с кем? Я так-то имен тоже женских много знаю. А кто будет против Марка? Чипс. Программы? Похуй, да, хоть а Равшан. Мне кажется, пчелки. Да, иди. Ну сюда. Давай, я могу. Давай, программы. Но это просто, это уже не забал, это так. 12, Леш. Ты на компьютере сейчас посмотрел, сколько у тебя? Да. Программы именно. Фотошоп и пошло, слышишь, да, да, Steam тоже программой считается. Вот это 13. 14. Ты ёб твою мать. Называй. А другие браузеры тоже считаются программами или нет? Да. Погнали? Сколько? Вы можете, даже никто этот, просто можете один назвать, потом другой назовет. Давай, раз, да, два, три. Будильник, калькулятор, Microsoft Edge, Microsoft, просто Microsoft, Opera, Mozilla, Firefox, Telegram, OBS, Discord, Steam, Xbox, Discord и был, по-моему, да? Battle.net, блядь. Это считается? Да. Да. Это клиент. Faceit, Faceit Anti-Cheat, EA. Я тебе сейчас как дам, Равшан, ебучий, блядь. Я клянусь, ничего не нажимал. Угомонись, Порося. Это не я, клянусь. Это я. Лёх, давай ты попробуй. А я не знаю, типа Винамп, Касперский. Да, да, считается, да, да. Давай. Винамп, Касперский. Не, давай, раз, два, три. Ты свои перечисляешь уже, блядь. Давай. Ну, в смысле, Винамп, Касперский, Mozilla, Firefox, Планета, VPN, блядь. Что еще было? Планета, VPN. Винскрайб, тоже из VPN. Что он еще не называл? А, да ты можешь любой называть, похуй. Paint, Photoshop, 3D Studio Max, Adobe Premiere, Adobe Reader. Время. Да все, Лёх, гаси тебя, набирайте. 11. Как же Damien Tools? Все, ребят, спасибо Diamond огромное, что пришли. Все антивирусники. Спасибо, что позвал. Спасибо, спасибо, да, ребят, спасибо вам. Спасибо, спасибо всем за команду, чат, да, всем спасибо. Спасибо противникам. Да. ББшка. Всем Лёх, ББ. Лёх, а ты скольки на ДР поедешь? Братишка, примерно в следующий год. И то не факт, кстати. И то не факт. И то не факт. Дай бог, чтоб не факт.
Я на свое поеду, понял? Все, спасибо вам огромное. Пока, пока.